Стимати колеги, уважаемые коллеги, я приветствую шединца секции Атрея. Секция наша се numește культура традиционала, сурсы де кунаштере, историка и идентитара. Модераторы конференции сунт дамна доктор Татьяна Зайковски и субсемнатул доктор Хабритат Иван Доминик. Ofer cuvântul de salut doamnei doctor Tatiana Zaikovski. Bună ziua, colegi! Здравствуйте, коллеги! Мы с Иваном Ивановичем очень рады вас приветствовать на заседании нашей секции. И мы должны с вами решить относительно регламента. Да, 15 минут было написано в информационном письме, но нас 13, и надо решить, в эти 15 минут будут входить вопросы или нет. Готовы мы находиться здесь еще 4 часа или все-таки сделаем 12 минут доклад и 3 минуты на вопросы? Давайте посоветуемся. Высказывайтесь, пожалуйста. А еще не все присутствуют, я вижу. Да, коллеги, я только что подошла. Давайте решим все-таки. 15 минут – это входят сюда вопросы или только доклад? Да, здравствуйте, я согласна, 15 минут входят вопросы. Привет из Болгарии. А вы слышите хорошо меня? Очень хорошо. Спасибо. Очень хорошо. Добрый вечер. Это госпожа Иванова была, да? Да, ну, еще не все есть, но тем не менее, мы, если вы заметили, мы, как в Германии, начали ровно в 12:30, несмотря ни на что. Поэтому я предоставляю слово доктору хабилитат Ивану Доминико с докладом «Дин история». Релациолор спиритуале, али булгарилор, дин Басарабия, у монастириле, депе мунтеле Атон. Уважаемые коллеги, если виден слайд, который я выставил на экран? Да, да. А, видно слайд, да? Хорошо. Из истории духовной связи Болгар-Бессарабии с афонскими монастырями. Или два документа из Камчика. Вначале отмечу, что традиция паломничества в святые места имеет глубокие корни среди болгар Бессарабии, и этот обычай благочестивый они привезли с собой из Балкан. И самыми популярными направлениями были в основном Киево-Печерская лавра, если мы говорим пределы Российской империи, а также за пределами Российской империи это Иерусалим и Святая гора Афон. О широком распространении паломничества среди болгар Бессарабии отмечают и священники, которые в XIX веке служили в колониях болгарского водворения. Так священник из колонии Селиогла Георгий Варзопов отмечал, что у болгар его прихода обычай посещать святые места был благочестивым. И путешествие по монастырям, странствование на поклонение святым мощам к гробу Господню считалось очень почетной традицией. Аналогичным образом о своих соплеменников значит, отзывался и другой священник Николай Влайков, он тоже был болгарином по происхождению, и по его убеждению, цитирую, «болгары отличаются благочестивыми обетами, путешествиями в Палестину и Иерусалим». Следует отметить, что из-за продолжительности пути к святым местам именно считалось, что можно было разделить паломничество на большой хаджилек, как было принято называть, да, от слова хадж. Да, и в основном он был в Иерусалим, а в Святогорский монастырь считался малым хаджилеком. Вот. Впоследствии посещавшие эти места
получали почетное звание хаджи. С желающим совершать паломничество выдвигали свои кандидатуры на мирских сходах, сходе села, после чего губернская администрация рассматривала вопросы, которые доказывали, что желающие выехать за границу не совершали каких-либо преступлений, и они не были должны, то есть не имели за собой долгов. И лишь после этого вот разрешалось, им выдавались паспорта, и они посещали святые места. Получив положительный ответ, они посещали гроб Господен, Афон. Как мы видим, одним из популярных направлений, куда наши болгары Бессарабии посещали, это была святая гора Афон, где располагались и располагаются 20 православных монастырей. Ну, также, кроме этого, и скиты. Для болгар Бессарабии поездка на Афон была, кроме того, и возможностью поддерживать родственные связи с своими соплеменниками, которые остались на Балканах. Есть много свидетельств, когда они по пути на Афон останавливались в тех селах, откуда они вышли или откуда переселили их предки. Основным мотивом посещения святых мест, особенно на Афоне, было то, значит, очиститься через молитву и покаяние. На Афоне болгары совершали щедрые пожертвования для местных монастырей. Среди самых популярных мест были это Зогровские и Хилиндарские монастыри, а также скиты, где насельниками были их соплеменники болгары. Уже по возвращению домой, под звон колоколов у границ села совершалась первая встреча богомольцев. Здесь их встречали в церкви, священники, значит, все селение, совершалась специальная литургия. И именно вот в данный момент паломник получал титул хаджи. С этого дня даже он был очень почетным, считался почетным человеком, ему даже целовали руку. При каких-то организациях мероприятий его сажали на почетные места. Он, в свою очередь, богомолец, раздавал различные религии, которые он приносил с собой из монастырей. В основном это были иконки деревянные, бумажные, крестики, открытки и картины с видами афонских монастырей. Вот. И данные объекты хранились очень строго в семьях болгар. Очень интересный момент. Мы узнаем один раскрывающий нам аспекты паломничества в Святогорские монастыри, исследовав опубликованный недавно Зарянским народным этнографическим музеем Гуляма Такешта два документа, которые нам раскрывают один из малоизвестных аспектов этого паломничества. То есть речь идет о современном селе Заря, которое находится в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины. Старое название этого селения является Камчик. Ну и сегодня даже в обиходе среди народа они так и продолжают называть свое село Камчик. Указанные два документа, на которые мы обратили внимание, датированы 14 июня 1896 году. И они были составлены настоятелем Успенно-Богородического скита Ксилургу, иеромонахом Прокопием, и были направлены камчикскому жителю Косту Иванову Курину. И содержание первого письма, да, вот, которое мы видим с изображением Богородицы, яствует, что 15 апреля 1896 года скит Ксилургу посетили паломники из другого болгарского села Дельжелер. Это Иван Васильевич Стоянов и Василий Иванович Аргиров, которые сообщили тамошним монахам о том, что камчичанин Коста Иванов Куринов, цитирую, «изъявил священное желание посвятить свои труды в пользу святой обители». В связи с этим
Коста Куринов просил через своих поверенных дать ему благословение и доверенность на сбор средств для скита к Силуру. Как явствует из содержания первого документа, насельники Успенно-Богородичьего скита откликнулись на призыв камчатского богомольца, благословили его, цитирую, на сей благоприятный труд, и вместе с тем передали ему полную доверенность. Вот этот документ, который мы видим справа. Доверенность с печатью, с которым он мог обращаться к христолюбивым соотечественникам о подаянии на милость и пособие указанному скиту. Таким образом, второй документ представляет собой вышеназванную доверенность. Из ее содержания обращает на себя внимание то, что монашеское братие обещало, что все, кто внесут свою лепту в содержание скита, будут записаны в местный поминальник, синодик, на вечное и временное поминование. Также все жертвовали впоследствии должны были получить даже фирменный ответ от братьев скита к Силургу. Вообще, что из себя представляет данный скит к Силургу? Он является древнейшей русской обителью на Афоне. По преданию был основан попечением святого раноапостольного князя Владимира Киевского и его супруги Анны. Но вскоре по принятию христианства на Руси. А название к Силургу с греческого языка означает древодельец, плотник. Возможно, благодаря первым русским насельникам, совершенству владевшим плотницким мастерством. Но в начале XIX века скит к Силургу был заселен болгарскими иноками. Они же в 1818 году построили здесь церковь во имя преподобного Иоанна Рильского, который, как нам известно, является покровителем болгарского народа. А в 1886 году построили здесь двухэтажный келейный корпус с храмом во имя святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. То есть вот мы видим вот болгарскую составляющую этого монастыря, и даже для нас является и ответом, почему именно вот эти паломники посещали и этот скит. Именно в период, и мы видим из доверенности, кстати, впервые вводится в научный оборот, то, что этот скит назывался Славяно-Болгарский Успенско-Богородичный Обсудительный скит. И болгарин был настоятелем этого скита, который подписал доверенность, иеромонах Прокопий. Вот снова объяснение, тесная связь болгарских колонистов именно с этим скитом. В связи с этим хочу поблагодарить и Александру Магола, известным у нас в Молдове специалистом также по теме паломничества, который, не зная о существовании данных документов, общаясь со мной, сообщил, что он посещал этот скит в свое время и, обращая внимание на иконографию, архитектуру, еще тогда предположил, что он болгарский, но не имел каких-либо доказательств. А вот те документы, которые вводятся нами в научный оборот, подкрепляют его тезис. Ну и кто же такой этот Коста Куринов, кто затеял такую богоугодную миссию для того, чтобы собирать средства на пользу скита к Силургу. Значит, мы проследили его биографию благодаря архивным документам, ревизским сказкам, метрическим книгам. Здесь я бы поблагодарил и местную жительницу из села Камчик Елену Постар, местного краеведа, исследовательницу, благодаря которой мы и восстановили, что на самом деле Коста Куринов никто иной, как Константин Иванович Грозов. То есть эта фамилия распространена в этом селе Камчике. Фамилия Грозов, она происходит от имени Грозю, что в болгарском обозначает грозд, гроздья, виноград. Интересна судьба этого и семейства. То есть мы видим, что было семейство очень такое богоугодное семейство. И все три дочери, у него было три дочери, Анастасия, Домникия и Мелания. Интересно, что все три дочери Константина Грозова вышли замуж за местных камчичан, которых позже в разное время в румынское стали примарями
Камчатке. Анастасия вышла, вот можно видеть сразу слева направо, то есть что Анастасия вышла замуж за Ивана Васильевича Арнаутова, но его судьба была очень тяжелой, его арестовали в августе 44 года, когда была установлена советская власть, и был осужден судом Белгороднестровским в 1945 году на срок на 20 лет. Вторая дочь Домники стала женой Златова Ивана Родионовича. В 40-м году он был также арестован органами НКВД, однако его освободили, потом он стал примарем в 41-м году. Но в 44-м году, когда приближался фронт, он поменял свою фамилию на русу и в 44-м году успел эвакуироваться себе в Румынию. Третья дочь Константина Грозова, значит, Мелания, вот, о ней мы тоже узнаем. Она вышла замуж за Ивана Власовича Влаева, который в румынское время также был примарем. Что с ней интересно, что она подарила местному храму икону Божьей Матери Дигитрии, вот, которая и сегодня хранится в этом храме. Но и ее не избежала судьба репрессий после ареста ее мужа. Потом она была арестована, осуждена 25 годам лишения свободы. Трагическая судьба сложилась и у сына и внука паломника Константина Грозова. Так, в 46-м году внук Константин Яковлевич бежал в Румынию, но из-за того, что он не хотел делать поставки, это как раз 46-е годы голодные, и он знал, что его арестуют, но был схвачен румынами и отдан в руки советских, значит, пограничников, а уже здесь его осудили на 10 лет исправительные трудовые лагеря с конфискацией имущества, вот, за измену родине. Ну, потом в 98-м году переквалифицировали наказание как незаконное пересечение границы. Таким образом, мы видим, как два письма, которые сегодня хранятся в музее села Заря, или Камчик по-старому, раскрывает нам один из аспектов взаимосвязи бессарабских болгар с святогорскими афонскими обителями, а именно благотворительность или сбор средств на пользу монастырей. Вместе с тем указанные источники позволяют раскрыть судьбу исследователей на род Грозовых в селе Камчик, которые, как мы видим, прошли через тяжелые горнила испытаний. Надеемся, что и в дальнейшем музейные экспонаты и документы положат начало для раскрытия других малоизученных тем, связанных с прошлым болгарской этнической общностью в Буджаке. Спасибо за внимание. Да. Спасибо, Иван, Иван Иванович. Вопросы? Да, к Чинваре. Да, можно у меня вопрос к Ивану? Пожалуйста, Надежда. Иван, скажите, пожалуйста, просматривается ли, или, может быть, я пропустила, не обратила, упустила информацию, характеристика паломников социального, с точки зрения социального и экономического статуса? Спасибо, Надежда Васильевна, за вопрос. Конечно, просматривается, тем более, что тогда, как свидетельствуют источники, в основном могли себе позволить это зажиточные, значит, да, люди, которые в основном были или крупными земледельцами, или торговцами, потому что все-таки такой большой путь требовал средств финансовых, и долгое отсутствие тоже требовало, чтобы кто-то работал на земле. Ну и вот еще один момент. Что побуждало их к этому паломничеству? Вы отметили, что это замаливание грехов. Вот, существуют ли какие-то характеристики со стороны социума тех людей, которые совершали паломничество? Они сугубо положительные или наоборот понятно, почему они совершали паломничество и какие грехи они замаливали? Ну, то, что мы встречали, то есть они в основном считали это как благоугодным делом. То есть то, что посетить хотя бы один раз в жизни вот эти святые места,
Да, и уже там они уже и замаливали свои грехи, если они считали, что замаливать какие-то грехи нужно. Ну, все мы грешны. Вот я, в общем, наверное, не сумела сформулировать вопрос. Отношение социума к этим конкретным персонажам, оно было сугубо положительным или нет? Как я вам отмечал, сугубо положительно, потому что ведь когда они возвращались, они пользовались очень большим почетом. Более того, даже своего рода их дети унаследовали и в прозвищах уличных то, что их родители, предки были хаджиями. Это уже говорило о таком почете среди местных жителей. Они могли выполнять функцию и посредников? Молитвенные просьбы к ним со стороны других людей были? Были, особенно когда они уезжали в паломничество, то с ними всегда посылали и какие-то, вот особенно если в Иерусалим, какие-то там записочки для вещи, для монастырей. То есть он был своего рода, как вы отметили, и посредником, и даже, если современно сказать, и проводником. То есть он приносил то, что не могли другие отвезти в монастыри. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы? Насчет паломников хотел сделать уточнение, что если в Иерусалиме и другие святые места могли посещать не только мужчины, но женщины и дети женского пола, то на Афон могли паломничать только мужчины. Поэтому первую фотографию там надо, наверное, уточнить или изменить название, которое представлено в слайде. То есть на Афон женщины не могли паломничать, посещать. Да, спасибо, господин Магула. Еще вопросы, если есть? Нет вопросов, поэтому сейчас разрешите предоставить слово доктору Евдокии Сарачану с докладом «Семиотика интериорулы Локуинцы и Гагаузи». Пожалуйста, Евдокия Степановна. Тема моего доклада – «Семиотика внутреннего пространства гагаузского жилища». Жилище играет важную роль в системе восприятия мира. С понятием «дом» соотносятся важнейшие категории картины мира у человека. По словам Байбурина, жилище является квинтэссенцией освоенного человеком мира. Структура дома, повторяя структуру мира, имеет свой центр, периферию, верх, низ и другие значимые части освоенного пространства. Между значимыми частями пространства устанавливаются структурные отношения, отражающие поведение людей в этом пространстве. Упорядочение данного пространства Байбурин предлагает рассматривать в двух планах – горизонтальном и вертикальном. Наиболее существенными в плане семиотики являются оппозиции верх-низ, центр-периферия, перед-зад, внешнее-внутреннее, открытое-закрытое. Наша задача – рассмотреть каждую из этих оппозиций в характеристике жилого комплекса гагаузов в продолжении более двух последних веков. Конечно, я за 15 минут не смогу все это раскрыть, но основные особенности хотелось бы продемонстрировать. Для 19-го, начала 20 веков гагаузская усадьба делилась на две половины – передний двор с жилыми хозяйственными постройками, с огородами, садом, и задний двор – ток для молотьбы хлеба, харман называемый. Отсутствие в настоящее время в домашнем хозяйстве тока для молотьбы хлеба изменило содержание оппозиции передний и задний двор. Двухчастная граница, сейчас вот я вам покажу, двигается так. Двухчастная граница жилища сместилась вперед. Сегодня в передней части усадьбы располагается дом, кухня, гараж и двор с палисадником. В задней части хозяйственные постройки, огород, виноградник. Всю площадь, занимаемую усадьбой, и двор, и также и забор, огораживающий жилой комплекс от внешнего мира, гагаузы называют лексемой «аул», что пришло с греческого языка, и в греческом оно означает «огороженная территория», «двор». Вот я здесь показываю
это был передний двор, а здесь задний двор. И вот в заднем дворе располагается летняя кухня, как постройка, и для птиц и для животных. А здесь вот мы видим, к дому приставлена зимняя кухня. И вот в глубине там летняя кухня и постройки для птиц и для животных. Структурирование внутреннего убранства, простите, структурирование внутреннего пространства усадьбы, значимой оппозицией является расположение жилых и нежилых хозяйственных построек, соотносимых с оппозицией женское и мужское. Жилое пространство, дом и кухни, принадлежащие женщине, изолируется от мужского пространства, в котором сосредоточены хозяйственные постройки и, соответственно, деятельность мужской части семейства. Женщина – хранительница домашнего очага. Мужчина же обеспечивает семью провизией и устанавливает связь с внешним миром. В гагаузской традиции домашнюю работу мужчины никогда не выполняли. Сейчас, если что-то выполнять, то это сугубо принести ведра, унести, зажечь что-то, сделать, но ни в коем случае не убирать стол, не стелить постель и так далее. Все значимые элементы жилища обладают функцией границы. Семиотика этих значимых частей жилища, их граничная функция, раскрывает систему народных представлений о мире, о повседневной жизни человека в данном пространстве. Так и границы внешнего пространства гагаузского жилища, двора с жилыми и хозяйственными постройками, является забор с воротами, призванный изолировать и защитить обитателей от внешнего мира, сопоставляются дом и окружающий мир. Стены и крыша являются границей внутреннего пространства с внешним миром, а связь между мирами осуществляется через двери, окна, порог и дымоход. Границы внутри дома служат иным целям. Они определяют внутренний статус жилища, разделяют его на локусы, содержательная сторона которых тесно связана с народными представлениями о глобальной системе миропорядка. В конце 19-го, начале 20 веков дом, как и у других соседних народов, располагался в центре усадьбы. Таким образом, в семиотическом аспекте организация усадебного пространства оказывается вписанным в глобальную систему миропорядка. Дом представляется центром, сгустком Вселенной. Все остальные постройки располагались в окружении дома. В непосредственной близости к дому строили кухню. Перед домом и кухней, как и у молдаван, под навесом или просто под открытым небом сооружалась хлебная печь и очаг, использовавшийся для приготовления пищи летом. В процессе эволюции гагаузского двора произошла переориентация дома, а именно его перемещение из центра передней части в один из углов двора. Вот в данном случае я показываю, что переместилась в один из углов двора, и кухня уже не отдельно от дома, а приставлена к дому. Вот то, что буквой «Г» и части буквы «Г» – это зимняя кухня. В каждом дворе есть отдельная постройка, называемая летней кухней. Кроме того, есть и зимняя кухня, внутренние границы которой идентичны границам внутри большого дома. Машков в конце 19 века пишет: «Каждый порядочный хозяин имеет по две хаты – одну большую, которую называют дом, собственно, а другую рядом с ней маленькую и называют ее кухней. Обе эти хаты построены по одному и тому же типу, но первая из них нежилая, то есть дом, это нежилое помещение, она строится только для приема гостей. Во второй же теснится все семейство, здесь проходит его жизнь и готовится пища». Конечно, вопрос не только в приеме гостей. Для гагаузов это особое место, оно чистое, светлое, это даже название говорят об этом, чистая комната, чистый дом. В нем собраны и уложены в определенном порядке самые ценные вещи семейства. Все это указывает на особую значимость дома. Он и называется «большой дом». Он воспринимается в качестве семиотического центра своего освоенного пространства, повторяющего центр миропорядка Вселенной. Дом и кухня в семиотическом пространстве гагаузской усадьбы отделяют сакральное пространство от профанной области жилища
и сакральным таким образом является весь дом. Поэтому и сейчас у гагаузов отдельно есть дом или в доме отдельная комната, в которой не живут. Это, собственно, молдавская каса Мари. Она не отапливается, там гости бывают только важные, когда свадьба или крестины и так далее. В семантическом плане за последние 1,5-2 века мало что изменилось в устройстве жилых помещений в гагаузской усадьбе. И сейчас отдельно от большого дома во дворе строятся 2 кухни – летняя и зимняя. Вот зимнюю я вам показала, и вот летняя кухня. Так, двигается. Вот она, летняя кухня. В летней кухне нет и не было в прошлом большой печи. Она сооружалась, как уже было сказано выше, во дворе под навесом дома. Вот я здесь показываю, где во дворе под навесом дома. И здесь готовили хлеб. Или вот другой дом, где это место, где находится печь, она тоже под навесом и как бы в маленькой каморке. Зимняя кухня, которая во многих селах примыкает к большому дому, состоит из 2 помещений – собственно кухни и жилой комнаты, которая называется внутренность кухни, если буквально переводить. Печь топилась из кухни, обогреваемая в зимнее время жилую комнату, в которой, как правило, жили и даже сейчас живут старики и младшие дети семьи. Повседневная жизнь гагаузов проходит в малом доме. То есть вот в этой зимней кухне. Здесь готовится и принимается пища, обсуждаются злободневные вопросы, принимаются гости в непраздничные дни. В праздничные дни и в особых случаях гостей принимают в большом доме, который независимо от его расположения во дворе остается центром гагаузского жилищного комплекса. Организация внутреннего пространства гагаузского дома в конце 19-го, начале 20 века подробно описано известным русским исследователем традиционной гагаузской культуры Машковым. В коллекции Кунсткамеры есть присланная им модель гагаузского жилища. Эта модель наглядно показывает, как было устроено жилище гагаузов. Так, мы это отключаем. Вот я здесь показываю... Это дом, который состоит только из двух помещений. Вот я сейчас скажу, это как бы русские сени, хаят, жилое помещение. И там, где 2 окошка, это дом. Обращаю внимание ваше на то, что двери делались из тыльной стороны дома. Видите, вот на другой фотографии дверь, которая выходила на улицу. То есть здесь тоже противоположно перед и зад жилого помещения. Таких домов в Гагаузии сейчас почти нет, но вот они в прошлом были. Видите, вот этот дом, который уже разрушен, но что здесь интересно, что расположение такое же, как и 100 лет назад, и обратите внимание, что погреб строился под домом. И таких домов у нас много было. Вот опять же погреб под домом, но здесь уже расширенная хата. Евдокия Степановна, 1 минута у вас. С учетом... Да, очень... С учетом этих... С учетом. Евдокия Степановна, ну это будет в статье. Иду дальше. Вот я показываю Машковское, вот это где жили, где была печь и комната, где жили. И здесь опять же есть угол, красный угол. Так, убираю себя, чтобы было видно. Печь обязательно по диагонали с иконами. И это соблюдается. Я тогда уже иду. Если говорить о горизонтальной, то, как я уже показала, по горизонтали... Три уровня – это чердак, жилое помещение и погреб, потому что это подземное царство, земная жизнь, земля и небо. И отделяла границу неба и земли вот эта балка, которая так и называется. Так, теперь вот я показываю, что, как устраивался иконостас. Иконостас тоже отмечал вот эти 3 уровня. Вверху
Вот здесь, наверное, видно. Вверху это икона Иисуса Христа или Божья Матерь с Иисусом Христом на руках. Внизу святые. И вот еще ниже обязательно стол. Это вот тоже эта триада. Земная жизнь, небо и подземное царство. И в конце хочу сказать о том, что как бы ни менялась наша жизнь, как бы ни менялось устройство гагаузской усадьбы и самого дома, всегда сохраняется центр. И этим центром является вот эта нежилая комната. Она и сейчас есть в этих домах. И в них иконы, иконостас устраивается так же, как это делалось и раньше. Спасибо за внимание. Благодарим вас, Евдокия Степановна. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, стимас кулеш, да, кавец интрибарь. У меня был вопрос. Бегом, бегом. Да, Надежда Васильевна, пожалуйста. Хотела, поскольку представление о болгарском доме у меня богатое и практическое. Угу. Вот харман. Значит, да, это за домом часть, где обычно занимались молодьбой. Даже это в определенном смысле за домом. Это не только за домом, но и задняя часть двора, прилегающего непосредственно к выходу из дома. Вот сейчас этот харман, это какая часть усадьбы? А хармана, меня слышно? Слышно. Хармана сейчас нет. На месте хармана у гагаузов теперь посажены, есть огород, то есть огород ушел на задний план. Огород и виноградники. Хармана сейчас нет, поэтому и, собственно, и слова нет уже. Так вот, меня это интересует. Существует? Да. А если он существует, то какая семантика у него? Новая? Нет, оно ушло? Слово ушло. Это уже историческое слово. Оно обозначает именно ток. Обычно бывает так, что слово остается, но наполнение новое. У вас наоборот, у вас ушла реалия, ушло слово. Да, потому что расширилось значение слова аул. И здесь уже аул имеется в виду. А у меня другой вопрос. А когда был харман, слово аул присутствовало? Конечно. И харман входила в аул. Ага. То есть таким образом у вас семантика слова «аул» расширилась? Да, семантика слова расширилась, и уже есть в заднем дворе есть название «виноградники», есть название «огорода». И вот еще, вы сказали, что традиционные дома в прошлом, мы говорим не о сегодняшних домах, дом находился в центре усадьбы. Правильно, да. Я поняла? Да. Что было перед домом? Что фасадная часть не выходила к входу на территорию усадьбы? На улицу, скажем так, на линию улицы не выходила фасадная часть? Нет, не выходила. Если в самом начале говорить, там, где не было еще улиц, вот тогда дом стоял в середине, и перед ним обязательно была кухня. А когда уже стали здесь на Буджаке делать улицы и планировать это, то уже дом стоял торцом к улице или задней частью к улице, потому что Машко вот показывает, что вот эта задняя дверь, она выходила на улицу. И фасад дома был всегда или к востоку, или к югу. То есть фасад с линией улицы не соприкасался? Нет, всё. Нет. Это только фасад мог был к улице, только если в середине двора оставался дом. Я понимаю, направление к улице, но не соприкасался с линией улицы. Нет, никогда, всегда был этот забор. То есть у гагаузов вот это аул, огороженное место, оно всегда было. Если дом оставался к улице, то он должен был быть тыльной стороной, задней стороной. Ну да, Болгарии эту проблему решали немножко по-другому. Да, они немножко по-другому. Они вытягивали в сторону, да, по линии. Окна ни в коем случае не выходили ни на улицу, ни к соседу. Ни в да, это другое расположение, да. Вот, спасибо, извините. Спасибо, Надежда Васильевна. Если есть вопросы?
к Евдокии Степановне? Нет вопросов. Да, сейчас предоставляю слово нашим коллегам из Болгарии. Это като уважение, что каждый даже на болгарский, госпожа Иванова. На нашей коллегии от области исторический музей от Стара Загора, от Болгария, доктор Евгения Иванова и доктор Вельша Крестев. Да, заповядайте. Благодарю. Я хочу извиниться, что у меня нет презентации, но когда мы посылаем наш материал для публикации, будут фотографии. Кулинарное искусство является частью культурного наследия различных этнических групп из Болгарии, связанной со знаниями и обычаями, относящимися к природе и вселенной. Изученное сохранение и социализация культурного наследия, особенно меньшинств, в нашей стране во многом не изучены, не изучались даже факторы, являющиеся на него. В нашем докладе мы рассмотрим, как изученные нами кулинарные традиции цыган, рома из разных групп сохранились как часть нематериального культурного наследия этноса и каково их нынешнее состояние. Наш интерес к этой теме насчитывает около 20 лет, когда в гостях у цыганских семей или на традиционных праздниках, посещая их домах, мы попробовали их типичные блюда. Мы начали записывать не только рецепты, но и способ приготовления, типичные обычаи группы, связанные как с повседневной жизнью, так и с праздником. Результатом нашей исследовательской работы является издание в 2007 году книга «Видрица» или «77 рецептов цыганской кухни». Вот наша книга. Мы продолжали поиски и систематизацию информации об изменениях в их кухне, произошедших во втором половине 20-го и начале 21-го века в результате новых социально-экономических условий, мобильности и миграции в современном глобальном мире. Наш тезис состоится в том, что традиционная эда цыган, несмотря на влияние различных социально-экономических процессов, является одним из сохранившихся элементов их культурно-исторического наследия. Мы обхватываем время с 90-30-х годов до наших дней. Я скажу основные моменты и только несколько примеров. Ежедневная трапеза цыган-рома и природный цикл. Ежедневный стол цыган находится свое отражение в нескольких факторах: кочующая или оседлая группа, постоянное проживание в городе или деревне, ее специфические особенности. Трансформации происходили и с новой экономической и социально-политической ситуацией в Болгарии во второй половине 20 века, годы социализма, и вновь в конце века и начале 21 века, столетие после демократических преобразований. Цыганская кухня является сельскохозяйственной в том смысле, что она основана на продуктах, произведенных в деревне, и на том, что они берутся в готовом виде с природой. Эта традиция еще след татунарства. После постоянного насильственного или добровольного заселения всех цыганских групп в 60-е годы 20 века большинство групп осели в деревне. В годы, которые прошли, связанные с постоянным движением и заботой о еде, сказывается как на технологии приготовления пищи, так и на используемых ингредиентах. Например, лаха – это цыгане-христиане Старозагорского края, осенью готовят фрикадельки из грецкого ореха, а кашу из крапивы с ранней весны до поздней осени. Сегодня большинство ежедневных рецептов сохранились в семейной традиции, но готовятся в основном пожилыми женщинами. Вероятно, в прошлом они простые блюда, их натуральных продуктов были навязаны необходимостью. Изменения в питании и образе жизни постепенно отодвигают их на второй план. Мясо, птица, баранина, свинина также присутствует на столе цыган. Мясные блюда обычно готовят без добавления жира. Используется более жирное мясо, которое тушат в собственном жире. Особенно впечатляют разные групповые предпочитания в употреблении зеленых специй, своеобразные сочетания продуктов. Например, у демиржи – это христиане, рис с картофелем. У фичери – мусульмане-левити, баранина с квашеной капустой, фасоль с бараниной.
цыганскую кухню входит много новых продуктов, особенно со второй половины 20 века. Многие семьи также извлекают выгоду из инноваций в области технологий. Сочетание продуктов, технология приготовления и используемые специи продолжают оставаться характерными. Таким примером блюда в более цыганской и специфичным вкусом являются жареные фрикадельки из сердца свиных или говяжьих сердечек, приправленные старым луком и мятой. Календарные и семейные ритуалы и традиционная еда. Праздником цыганского календаря напрямую зависят от религии группы и религиозного календаря. Цыганский религиозный синкретизм предполагает переплетение христианских и мусульманских верований в их мировоззрении. В самом общем варианте можно суммировать несколько элементов, характерных для их элитарного стола. Одни из них заимствованы у других, но уже давно признаны своим. Прежде всего, необходимо указать на наличие на каждом праздничном столе специального приготовленного хлеба. В разных группах это хлеб с украшенным или без, намазанный медом или растворенным в воде сахаром, пряник, хлеб на дрожжах, чорек, хлеб, смешанный с яйцами и пищевой содой, пирожные и кексы. Традиция замешивания особого хлеба с к праздникам сохраняется среди подрастающих поколений, но это упрощение в плане украшения. Респонденты отмечают, что на праздничном столе всегда есть мясные блюда, в отличие от повседневных, где раньше его было меньше. Есть также некоторые особенности в разных группах. Фичеры традиционно используют баранину. На свадьбе обязательно готовят баранину с квашеной капустой, приглашая неторопливую женщину-мастерицу этого блюда. На Юрьев день 6 мая ягненок присутствует во всех группах, большинство из них жареные. Сладости занимают место на богатом праздничном столе как в прошлом, так и сегодня. Признание мастерства каждой хозяйки является пахлава, приготовленная на Шекер-байрам, Рамадан-байрам. При его приготовлении женщины соревнуются в том, чтобы раскатать тоньше и больше коржи, достигая 40-60-90. Сохранение и популяризация кухни цыган-рома. Цыгане Рома стремятся сохранить свою традиционную кухню, обеспечивая преемственность семьи. Чаще всего знания и навыки передаются от родителей к детям, и в этом случае традиция передается от свекрови к невестке, от матери к дочери и внучке. В значительной степени их семьи продолжают патриархальной. Отдельно выделяются определенные женщины-мастерцы и жертвоприношения, другие, которые готовят блюда из баранины с квашеной капустой, их приглашают на свадьбы и торжества для приготовления в большем количестве. Передача знаний и рецептов чаще всего осуществляет устно. Это, с одной стороны, приводит к разным наложениям из поколений и влиянию кухни других, а с другой стороны, представляет собой некую опасность для сохранения традиционной кухни как культурное наследие. Большинство респондентов говорят, что традиционные блюда готовят их в семьях. Деятельность отдельных общественных центров, неправительственных организаций, проектов в школах также важна для сохранения и популяризации культурного наследия цыган-рома. В большинстве болгарских деревень проживают семьи из разных групп цыган, и все части их представители участвуют в деятельности местного общинского центра. Это при грамотно организованной и спланированной работе позволяет осуществлять поиск, обработку, сохранение и популяризацию унаследованного характерного этнографического наследия. Неправительственные организации и школы организуют кулинарные мероприятия, праздничные, благотворительные или представительные направленности. Они чаще всего направлены за пределы цыганской общности, общины, но также дают возможность для самовыражения. Например, в 2013 году Клуб национальности в Старозагоре организовал кулинарную выставку, на которой были представлены традиционные цыганские блюда.
В конце можно сказать, что традиционная цыганская кухня является одним из сохранившихся элементов их культурного наследия. Блюдо передается из поколений в поколение, и некоторые из них, учитывая исходные продукты и технологию их приготовления, могут использоваться как естественный способ питания. Одни рецепты из первичной практики этноса безвозвратно утеряны, другие обречены на постепенное забвение, третьи фиксируют процесс изменения, которые сочетают традиционные элементы с новаторскими и производит новый продукт. Этот процесс особенно активизировался в последние три десятилетия. В свою очередь, современное прочитание традиционных рецептов Цейга Рома дает возможность сохранить это культурно-историческое наследие. Спасибо для внимания. Молодец, даже раньше. Да, спасибо. Если есть вопросы? Да, да, Надежда Васильевна. Да, госпожа Иванова, нали? Да. Имам, у меня полку вопросов у вас. На русский или на болгарский даги задала? Задайте ги на болгарский, аз ще се опитам да отговоря на русский. Значи, аз така разбирам, че конфесионално циганският етнос, да речем Рома, ако сме коректни в нашата зона. Да, имат елементи на мюсулманство и на християнство, така ли? Да, да, точно така. Има, есть отдельные группы, которые християни, другие группы мюсулмани. Есть группа, которая мешает мюсюлманство и христианство. Смесицата, да. И эти группы очень близко для культуры Болгарии, болгарского народа. Да, да, да. Те, кто поддержат обредностьа, и ако, то есть, какво се, как тя изглежда? Те са свързани с коя църква, ако имат конфесия такава объркана? Или въобще към църквата нямат отношение? Можно сказать, что их отношение к для церкви очень мало... Вот, очень трудно по-русски сказать. Многое малко тяхното отношение към самата църква. По-скоро те празнуват различните празници, както ги празнуват християните и мюсюлманите, но без пряко да ги свързват с църковния, с влияние на църквата върху тяхния празник. Тоест, фактически, според датите те си имат празници. Да, да, на датите. Да, разбрах. И сега непосредственно за храните, за храненето. Кухнята, да речем, във всички нейни варианти съвременна циганска кухня, тя има ли такива ястия, които са абсолютно цигански и всъщност не можем да ги смятаме за преобразуване или заемане от други етноси, контактни? Много трудно е да се каже, че има типично цигански ястия. По-скоро циганското е в начина на комбиниране, както казах, на подправките и на самите продукти. Защото в българската кухня, примерно овнешко месо не се готви с кисело зеле. Докато те го готвят, нали, тези, които са мюсюлмани, готвят такива ястия. И много е трудно, понеже те от столетия, от много години живеят в българските земи, да се каже кое е типично циганското, кое е смесица. По-скоро това е смесица от кухнята на двата народа. Тоест, вероятно, начина на смесване, това е всъщност. Да, това е всъщност. Да, благодарим, Надежда Васильевна. Да. Сейчас предоставляем слово Светлане Павловне для вопроса. Светлана Павловна, она наш ромолог, то есть исследовательница ромов. Молодой ромолог. Да, благодарю. Здравствуйте, очень интересный доклад у вас. И мне бы хотелось знать, вашу книгу можно купить? Потому что вы ее так быстренько показали, мне
хотели рассмотреть. Можно посылаю вас нашу книгу, потому что много малкие экземпляры остались, только у нас нет, в книжарнице нет. Вы напишите мой имейл, когда вас, где вас посылаю, я посылаю. А, спасибо большое, очень интересно, много нового лично я узнала для себя. Ну, видимо, болгарская кухня, как сказать, наложила свой отпечаток на цыганскую кухню цыганских болгар, скажем так, вернее, болгарских цыган, да, извините. Спасибо большое. Иван, совсем маленький вопрос, можно? Да, пожалуйста. Да, спасибо большое за доклад, очень было интересно, я быстрее спрошу. Меня вот удивило вот это огнишко со скисело зелень. Но вы уже ответили на этот вопрос. Мой вопрос был, есть ли это у болгар. Вы это уже ответили. Мой теперь вопрос в другом. А у ромов есть огнишко со сбулгур? Нет. Все, спасибо. Потому что время бежит, так бы хотелось бы поговорить еще. Но спасибо. А тут спасибо. Тоже момент, если позволите, может быть, он и полезен даже будет. Кисело сыправиться свинску, за что то свинску то мясо тешку, а киселина то гуразяжда. А вот эта вот замена свиного на овнишку, это как раз и есть взаимодействие мусульманства и христианства. Момент замены. Да. Это христианский вариант заменен мусульманским. В самом, в общем-то, блюде, которое предполагает христианский вариант. Спасибо. Спасибо, Надежда Васильевна. Спасибо, доктор Иванова. Теперь предоставляю слово коллеге Татьяне Викторовне Зайковской, доктору. Традиции пренунциалия делогонда ши кунуния лалиповен гин Република Молдова. Спасибо, Иван Иванович. Досвадебные традиции сватовство и венчание устанавливаются в Республике Молдова. Полевые исследования, проведенные нами в местах компактного проживания липован в Республике Молдова, дали возможность проследить ряд особенностей, связанных с досвадебным периодом, сватовством и венчанием старобрядцев. Выбрала именно вот эти этапы. В статье, конечно, будет детально, сейчас сколько успею. Досвадебный период. Села были небольшими, в целом все друг друга знали. Но парни и девушки, естественно, стремились к общению, к тому, чтобы лучше узнать друг друга, и для этого были разные предлоги и поводы, и способы. Так, например, в пасхальный период вешали специальные качели для развлечения молодежи. В Куниче, Старой Добрудже, Покровке, а в Егоровке сказали, что у них этого не было, но, возможно, просто память об этом не сохранилась. Вообще, надо сказать, что раздобыть информатора, который родился в 30-е годы, уже большая проблема. Самые такие знающие пожилые – это которые родились в 40-е годы. Вот, их еще можно найти достаточно легко. А в 30-е годы – это просто уже большая удача, если повезет. Информатор из Куничи, 43-го года рождения, рассказала, здесь и далее при цитировании местами я буду передавать их диалектное произношение, молодежь устраивала вечеринки, они так и назывались вечеринки. Эти вечеринки проводились на дому. Допустим, сегодня собирались у одной подружки, в следующий раз у другой. В хорошую погоду выносили из комнаты какую-нибудь мебель. Кто на чем сидеть, да, например, старую кровать, стол, стулья и, конечно, стол. Приходили парни, девушки. Никаких застолий не было, но всегда присутствовали семочки, как они говорят. Кто-то из ребят был обязательно с гармошкой. Гармошка играла, пели песни, танцевали, естественно, общались. Вот так проводили время. Накрывали ли стол? Информатор говорит, нет. То есть здесь не накрывали. В отличие от посиделок, я буду говорить дальше.
Единственное, что когда все уже расходились, оставались самые близкие, угощали домашним печеньем. Их называют в куниче жамки. Жамки. Ну, об этимологии можно только гадать. Немножко можно прояснить, если знать, что это за печенье. Это когда тесто пропускается через специальную насадку на мясорубке, получаются такие кудрявые кусочки, как сказала информатор. Информатор из Старой Добруджи рассказал о посиделках с присутствием ребят. Раньше были посиделки. Вот в зимний мясоед особенно, потому что лето и лето полно работы. А в зимний мясоед зовут гостей. Вот, допустим, сегодня воскресенье, я захотела позвать девчат. Приходили. Родители тоже присутствовали. Они шили, вышивали и так далее, как обычно. Но приходили и ребята, несколько, немного, не так, как на вечеринке. Приходили те, у которых девушки, вот, с которыми уже завязались отношения, может быть, невесты даже их. Вот такие ребята приходили. И тоже у них уже было угощение, заранее все это продумывалось, чай с какой-то выпечкой, пекли булочки, тогда все пекли, не покупали в магазине, а пекли сами. Вот. А из напитков чай, компот. То есть вот одно из отличий вечеринок от посиделок, что на первых угощения практически не было, а на вторых готовилась домашняя выпечка и напитки. Кроме того, на вечеринках было много парней, на посиделке заглядывали только несколько из них, которые уже присмотрели себе невест. Гадание. Хотя вера не позволяет старообрядкам гадать, в том числе относительно будущего брака, но люди есть люди, поэтому девушки гадали. Особенно перед Рождеством. Информаторы убеждены, что часто гадания сбывались. Были разные способы, причем гадания в бане, а также с привлечением зеркала не любили. Все же опасались. В зеркале может отразиться, привидеться, что угодно, говорили они. А вот валенок через забор бросали. Надо было встать у себя во дворе спиной к забору и бросить валенок. И в какую сторону носом он упадет, в ту сторону села и замуж выйдешь. Это более-менее известное гадание, но вот они его использовали. Еще гадали по штакетнику. Вот, допустим, забор, и это я цитирую информатора. Вот, допустим, забор, и эти штакетки стоят. Можно погадать не обязательно о своем заборе, а на любом. И вот идешь и считаешь каждую дощечку. Вдовец молодец, вдовец молодец. На ком остановишься, тот и будет. Если на вдовце, то, соответственно, выйдешь замуж за вдовца. Еще один вид гадания лично для меня был новым. Не слышала раньше о таком, с участием кошки. Информатор говорит, мы закрывали кошку где-то так, чтобы она целый день была голодная, не могла бы даже мышку поймать. Потом трое-четверо девчат, каждая берет кусочек сала, клали сало на пол и следили, к чьему салу она сначала подойдет. Та первая выйдет замуж. Есть и другие гадания, но времени мало, к сожалению. С какого же возраста можно было сватать девушку, и с какого возраста считалось, что она засиделась в девках? Информаторы подчеркивали практический подход. Обычно каждый хочет взять себе молодую, но и не старается сильно молодую, потому что она не будет хорошей хозяйкой. Надо же начинать стройку своего дома, на это нужны силы. То есть такой вот прагматичный подход. Но в реальности раньше брали в жены совсем молоденьких, хотя считалось, что 25-26 лет – это уже старая дева. Совсем молоденьких, вплоть до того, что одна из информаторов привела пример, что в 49-м году, то есть это не какие-то там 20-е годы, да, или начало 20-х, в 49-м году замуж вышла ее двоюродная сестра, которой было всего 14 лет. Есть одна особенность, которая затрудняет выбор невесты. До седьмого поколения, как говорят сами старообрядцы, до седьмого колена церковью прослеживается, нет ли родства той или иной степени у жениха и невесты. И только тогда разрешается брак. Допускается брак с лицом другой национальности.
раньше было редко, сейчас достаточно часто. Вот мне говорили, что среди этих национальностей украинцы, молдаване, евреи и другие. Но самое главное условие, конечно, принятие веры старообрядческой. Сватовство. Традиции сватовства имели свои характерные черты. Например, как свидетельствуют лица, с которыми проводились углубленные интервью, специальных свах не было. Свататься ходил сам жених с кем-нибудь из родственников. А в 60-е и 70-е годы ходили родители невесты с графином вина и закуской. Сватовство проходило под вечер. Одна из информаторов в связи с этим привела мне народное обоснование поговорки «бедному жениться ночь коротка». К сожалению, не могу сейчас рассказать об этом. Будет в статье. Если сильно заинтересуетесь, зададите вопрос в конце доклада. В случае согласия невеста давала залог, вышитый носовой платок, который не всегда возвращался, если она внезапно передумывала. Если невеста не отказала, а согласилась, то на стол выставляются закуски и так далее, и когда уже сваты уходят, все село слушает особые песни, которые дают понять, кто будет жениться и на ком, потому что в песнях называлось имя и отчество девушки и парня. Далее следовали зарученные и изговор. Но это было когда-то. Сейчас это все слилось воедино. Как сказала информатор из Куничи, когда она выдавала замуж своих сыновей, ну, это было лет 30 назад, наверное, она сказала, что этапы заручен и сговора слились вместе. Совсем не так давно влияние родителей на выбор пары для своих детей было очень велико. То есть вот родители, хотя формально девушка обязательно должна была присутствовать при сватовстве, ее слово должно было что-то значить. Но в реальности так было далеко не всегда. И вот сама информатор, опять же, в статье я расскажу об этом детально, но суть в том, что она не хотела выходить за человека, которого ей прочили родители, но она покорилась, вышла замуж и всю жизнь была несчастна. Она об этом говорила своей дочери, у которой я брала интервью. С другой стороны, некоторые информаторы говорили, вот, например, другая жительница села, того же села, она сказала, моя мама 5 человек отклонила, не согласилась выйти замуж, только за 6-го вышла, была очень красивая. Вот, то есть очень разный какой-то подход в семьях. При всем при том, что очень сложно было выбрать невесту, учитывая вот эти подходы, потому что мало того, что не должно было быть кровного родства за 7 поколений до этого, то было еще родство по кресту, тоже учитывалось. Но тем не менее, случаи умыкания невесты уводом в деле Паван Молдовы, то есть, ну, грубо говоря, кражи невесты, да, не наблюдалось в Молдове, в отличие от старообрядцев, которые проживают в других местах, к примеру, в Сибири и так далее. Это отражено в литературе. Венчание. Одна минута. Очень жаль, потому что как раз на венчании у меня интересности есть. Так, тогда очень быстро. Венчание проходило утром в день свадьбы. Вот я просто два момента затрону из венчания. Во время венчания некоторые говорили, что перед венчанием, некоторые в определенный момент венчания невесте переплетали косу. На нее надевали кичку, это специальный головной убор для замужней женщины, очень красиво расшитый, вышитый и так далее. Но до сих пор мне не говорили, как укладывали эти две косы, которые получались из одной, как их укладывали. Они мне просто говорили, что надевали кичку. Но здесь я все-таки стала расспрашивать глубже, и они мне сказали, делали два креста из этих двух кос. Один на макушке, ну вот как-то вот так, да, и второй на затылке. И только потом надевали кичку. Более того, вот эти косы, они должны были вот таким же образом крестообразно носить не только вот после свадьбы, но и всю жизнь они так их укладывали. Вот. Второй момент.
Ну, мне об этом пока сказали только в Старой Добрудже. Но это сказала очень такая знающая информатор, которая при церкви печет просфоры. То есть это действительно факт у них, но я пока из других сел не получила такой же информации. Значит, что делают, когда один из моментов венчания, после того, как муж и жена ходят парой вокруг аналоя, они потом становятся рядом и распивают бокал вина. Как? Пьет он глоточек, он, заметьте, с него начинается. Он, она, и так 3 раза, пока не опустошат весь бокал или стакан. Вот. И когда они выпили его, они разбивают. И хорошо, что я спросила, как разбивают, потому что действительно в церкви, это все в самой церкви, вот меня вот это удивило. Не могут бросить на пол. Что делают? Есть миска металлическая. В эту миску кладут завернутый какой-нибудь ткань, платок или полотенце, вот этот бокал. И ударяет по нему молотком. Все это приготовлено прямо в церкви, как она мне говорила. И, конечно, надо это проверить еще у батюшек, но так как вот она сама прицерковный человек, как-то есть большая вероятность, что это так и делать. Я задала, конечно, вопрос, зачем? Она мне ответить не смогла. Но у меня, конечно, это очень далеко друг от друга. Вот. Мотивацию очень трудно найти. Почему? Потому что вот у евреев есть мотивация, когда бьют тарелку на помолвке Тинаим. Да? Во время этой церемонии разливается тарелка, что служит символом разрушения храмов в Иерусалиме и напоминанием о том, что даже в разгар празднования евреи испытывают грусть от потери. И это также и на самой брачной церемонии. Да? То есть тут есть мотивация. А вот почему старобрядцы так делают, это уже надо будет выяснять дальше. После венчания устраивается свадьба в доме жениха. Но это уже тема другого разговора. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Викторовна. Коллеги, если у вас есть вопросы к Татьяне Викторовне. Если можно, кратко насчет «бедному жениться, ночь коротка». Ну, это народная этимология, господин Макола. Это народная этимология, как она мне рассказала. Значит, вот как бы он должен собрать вот эти... Как? Он бедный, правильно? У него нужно красивое, новое или просто красивое, да, надевать на свадьбу. Вот. И он не мог собрать вот эти вещи. Даже речь идет, понимаете, бедному жениться, ночь коротка, но на самом деле это речь идет о сватовстве. Сватовство делалось к вечеру, происходило. И вот он никак не мог собрать эти вещи. Надо было собрать брюки, там, пиджак, фуражку. У них без кепки фуражки нельзя. Вот. И вот он эти вещи искал, там кто-то отказывал, кто-то, как они объясняют, кто-то, в конце концов, когда он уже находил, уже нельзя было, понимаете, сроки проходили вот этого сватовства, и он не успевал. Ну, это у них вот такое метафорическое объяснение. Колеги, дака обеценка интрибель? Ну, что-то будет в статье еще. Можно я короткое уточнение по поводу бокала на еврейской свадьбе? Даже не сомневалась. Вы же понимаете, что я не могу не среагировать. Значит, да. На самом деле это гораздо более древняя традиция. Археологи говорят, что еще когда храм вполне себе стоял, уже при храме обнаружили... Ой, вас не слышно. Не слышно. Вас не слышно. О, теперь слышно, да. Вот. Что во время, при раскопках в храме, рядом с храмом, найдены осколки бокалов, и это часть той же традиции. И, то есть эта традиция существовала еще, когда храм стоял, поэтому траур по поводу разрушенного храма – это позднейшая интерпретация, а судя по всему, это пока только спекуляции, потому что никто... точного объяснения не знают. Судя по всему, это символ безвозвратности действия. Да? Вот жена отдается мужу навсегда, как разбивается этот бокал. Да, это тоже есть. Есть и такая версия. Но мне так понравилось с храмами. Поговорим потом детальнее.
Ирина Ивановиловна. Так, вы понимаете, тут очень много таких моментов, которые просто загадки, понимаете, вот то, что но я очень люблю. Интересно, как оно заимствуется, какими путями. Да, вот это правда очень дело. Интересно. А может быть и независимо. Это, конечно, а может быть и независимо, а может быть, ну, вряд ли из времен храма, то есть, ну, какие-то связи. Спасибо, спасибо, да. Конечно, не из времен храма, это есть у многих народов на свадьбе, и называется конечно. На счастье, бьют посуду на счастье, и у греков, и у русских, и у молдаван, и так далее. И у украинцев, да. Но это не объяснение, понимаете? Да. Почему не объяснение? Известно, что у многих, но как мотивация, почему? Я на даже счастье. Читала такую мотивация бытовую, на счастье. Такую бытовую информацию, ну, как бы объяснение, да, что вот разбилось что-то, даже в быту. Человек огорчился, и чтобы его утешить, говорят, а, это на счастье, да? Вот, ну, это совсем уже несерьезно. Можно всего лишь одно предложение. У нас у ГГУЗов свадьба была, наверное, год такой был, 76-й. И у нас тоже разбивают тарелку, правда, там зерно сладкое. И когда вот уезжает свадебная процессия, и женщина-соседка, я была свидетелем, соседка кинула это, и тарелка не разбилась. И вот я сейчас к Ириной фразе, когда она стала плакать, что все, вернется обратно, не разбил, то есть дочка, вернется обратно, не разбилась тарелка, мы ее успокаивали, и вот я тогда не понимала. Вот, понимаете, 76-77 uh-huh. год. И не на счастье она говорила, а вернется обратно. А что вернется? Неверно, дочка вернется обратно. А-а-а. Uh-huh. Вот она отправляет процессию, uh-huh. дочка вышла замуж и уходит уже свадьба. И она, мать, разбивает, должна разбить тарелку зерном с орехами, со сладким. Но и здесь еще есть над чем размышлять, конечно. Да, и вот тарелка не разбилась, и она плачет после свадьбы. Все, извините, спасибо. То ли испита старую жизнь разбить. Потом... Да. Я только хотела... Здесь да, прослеживается. Гадают по осколкам, сколько будет детей и так далее. Ну, в общем, это долгий разговор. Да. Позволю себе еще краткое дополнение вот к этой старообрядческой свадьбе. В других местах это делает жених. Этот стакан разбивает жених ногой и, как вы говорите, накрытым полотенцем. И я здесь могу предположить, что это ритуальное лишение девственности. То есть совершается вот этот ритуальный акт, разбитая посуда, утраченная девственность, которой уже следует дальнейшее после свадьбы. Очень может быть. У меня тоже была такая... Понимаете, я не могу все тут изложить. Я и так, видите, злоупотребляю, как говорится. Семантичная. Спасибо. Спасибо всем за все. Спасибо, коллеги. Вот такие дискуссии очень важны. Предоставляю слово пане Екатерине Кожухарь. Доктор, летняя обрядность украинцев Республики Молдова в исследованиях и источниках. Коллеги, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Очень рада всех видеть. Предыдущие два года я рассматривала зимнюю и изучала зимнюю и осеннюю обрядность. Слышите меня хорошо? Да, вас. Ну и логически третий год плановой работы – это летняя обрядность. Поэтому переходим к летнему календарю местных украинцев, исследование которого, безусловно, важно. Прежде всего, с каких точек зрения? Для заполнения имеющихся лохов, их очень много, и для реконструкции древней духовной культуры украинцев и шире восточных славян, и вообще славян, а также духовной культуры населения всего нашего региона. Чрезвычайно интересного с точки зрения пограничья двух миров – восточного славянского и восточно-романского. Нужно сказать, что украинский летний календарь и его региональная специфика широко представлены на страницах многочисленных комплексных историко-этнографических исследований. Это работы Олекса Воропая, Баглая, Борисенко, Килимника, Кожалянка, Курочкина, Кутельмаха, ну и так далее. Много исследователей. На некоторых из этих работ я остановлюсь. Вот в частности, упомянутое мною имя представителя украинской диаспоры Олексея Воропая
безусловно, заслуживает нашего внимания. Его труд, который называется «Звичаї нашого народу», «Обычаи нашего народа», жанр которого он определил как этнографическое эссе, представляет собой такую уникальную публикацию в двух томах, изданную в Мюнхене в 1958 году, первая часть, и в 1966 году, вторая часть, второй том. А исследование в целом вот в этих двух томах представлено четырьмя разделами, соответствующими четырем временам года – зима, весна, лето, осень. Исследователь, используя существующую литературу и материалы своих собственных наблюдений, которые он сделал еще живя в Украине, проанализировал календарные обряды, ну, в том числе и летние, не углубляясь в вопросы их происхождения или каких-то там региональных особенностей. Но сумел в довольно сжатой форме представить календарные, все календарные, основные календарные обряды летнего цикла. Среди исследователей украинского календаря выделяется Степан Килимник. Может быть, вы встречали его работу, который также диаспорянин, он проживал вне Украины, в Канаде, где в 1955-63 годах издал 5 томов этнографических трудов, в том числе и о календарных обычаях и обрядах. В отличие от Воропая, Степан Килимник опирался на фактологию из различных регионов Украины. И в своей работе «Украинский рит у народных звичаях», «Украинский год в народных обычаях» Килимник обращается к рассмотрению источников изучения древней дохристианской культуры. Опирается на учения Александра Потебни, Михаила Драгоманова, Михаила Грушевского и поднимает вопрос о происхождении названий календарных праздников. Он склоняется в своих рассуждениях к тому, что на формирование вот этих номинаций украинских большое влияние оказали азиатские, в частности, иранские и арабские культуры, языки, и частично южноевропейские, особенно греческая традиция для формирования украинского названия украинского календарного, украинского календаря. Он также рассматривает дохристианскую культуру украинскую, вот нужно отдать ему должное, на фоне восточных и западных, на фоне культуры восточных и западных славян. Начиная с 80-х, конца 70-х, 80-х годов 20 века и особенно в последнее десятилетие в Украине было опубликовано огромное количество монографических исследований, статей научного, научно-популярного характера о летнем календарном цикле украинцев. Заслуживает внимания в свете исследования моей проблематики работы таких украинских этнологов, как Валентина Борисенко, «Традиции и жизнедеятельность этносу», «Традиции и жизнедеятельность этноса», и Марины Гринич, «Традиционный світогляд та етнопсихологічні константи українців», «Традиционное мировоззрение и этнопсихологические константы украинцев». Эти исследования по своей тематической направленности эпизодически связаны с изучением календаря. Но основное внимание они уделяют, естественно, мировоззренческим константам. Но названные исследователи представляют новый подход к уже известным, казалось бы, установленным понятиям, интерпретациям, трактуют их, опираясь на последние достижения мировой этнографической науки. Авторы внесли в анализ традиционной обрядности элементы семиотики, новых гендерных исследований и оригинальных интерпретаций. Вот, например, Борисенко впервые свою работу включила такой раздел, как «Народная музыка и танец в праздничной культуре». Значительные материалы календарной обрядности украинского народа содержатся в трудах Галины Ласко «Украинское народознавство и этнология Украины». В частности, в работе «Украинское народознавство» исследовательница на основе разнообразных источников доказывает глубинные истоки дохристианских верований и календарной обрядности украинцев.
К уже классическим на современном этапе в Украине относят труды известного исследователя календарной обрядности Василия Скуратівського. Місяцелік, ну, місяцелік в переводе как бы календарный год, вот месяц за месяцем, и украинский народный календарь, написанные не в сугубо научном жанре, а в жанре популярных рассказов и новелл. В этих работах представлен богатый фактический материал со многих регионов Украины, описаны ритуалы весенних и летних праздников и многочисленные приметы, как я уже сказала, из разных областей Украины. Описание наиболее древних мифологических представлений, обрядов, народной символики духовного мира украинцев сделал тот же этнограф в работе Русалии, ну, я имею в виду Василий Скуратівський. В этом, в его объемном оригинальном труде представлена целостная картина дохристианской мифологии украинского народа. Изучением календарных обрядов полещуков, то есть жителей Полесья, и гуцулов, жителей Карпат, Прикарпатья, Закарпатья, в основном Карпат, занимался львовский этнограф Кутельмах, Корнелій Кутельмах, который в коллективном труде «Гуцульщина», изданном в 1987 году, подготовил раздел «Календарная обрядность», характеризуя которую он указывал на дуалистическую природу убеждений, которые всеобъемлюще проявляются в календарных ритуалах украинцев. Это прежде всего почитание предков, культ предков и стремление посредством обрядовых действий обеспечить успех в хозяйственной деятельности, в том числе и во время исполнения обрядов летнего календаря. Большую ценность для нас представляют многочисленные труды светлой памяти Григория Константиновича Кожелянка, в которых рассматривается исследованный нами летний календарь. Это работы народознавства Буковина, Буковинского народного обряда. Вот интересно то, что он в некоторых работах рассматривает и в сопоставительном стане, в сопоставительном плане украинско-молдавско-румынские взаимовлияния. Семантику и символику календарных праздников, в том числе и летних, описал Александр Кожелянко, который в 2014 году защитил по этой схеме, по этой теме хабилитацию диссертации. Методологически важными и в исследовании народной культуры, включительно летней обрядовой сферы, являются труды известных российских исследователей Владимира Яковлевича Пропа, Никиты Ильича Толстого, Софьи Андреевны Толстой, Людмилы Николаевны Виноградовой, Татьяны Алексеевны Агапкиной и многих других. Ценность работ российских ученых-этнографов и фольклористов непреходящая. Например, советский еще фольклорист, известный Владимир Яковлевич Проб в работе «Русские аграрные праздники», в классической работе утверждал, что праздники не могут быть исследованы отдельно от обряда. Обрядовые комплексы требуют, по его мнению, целостного подхода, чтобы показать праздник во всей его многозначности и конкретности. И заслуга Проба состоит в том, что он выделил эти общие элементы и объяснил их значение. Но сегодня они как бы очевидны, но это очень важно отметить. Анализируя календарные обряды и обычаи русского народа в восточнославянском контексте, ученый предложил трудовую теорию происхождения народного календаря и календарной обрядности как таковой. Назовем еще одно имя, весьма интересное исследование, принадлежащее Вере Константиновне Соколовой, а именно ее труд «Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов». Она сравнила календарные обряды весеннего летнего цикла названных трех восточнославянских народов в 19 и 20 веках и показала первичную основу, опять же, земледельческой обрядности, связь с народной календарной обрядности с земледелием, а также ярко выделила игровые элементы обрядов и их праздничный колорит. Еще Катерина один... Сергеевна, извините, у вас еще одна минута. Да? Две. Точно две. Хорошо. Тогда я не буду анализировать подробно работы наших предшественников. Ну, я имею в виду, что исследователи советского периода. Скажу, что в последнее время в Украине издано огромное количество монографических исследований на основе защищенных диссертаций. Это так называемые аспектные работы, которые рассматривают отдельные праздники.
Троицу, там Чезадание Святая у нас называется, Ивана Купала, Петрівчані пісні и так далее, и так далее. То есть в Украине тема летних обрядов, символики, семиотики и так далее, все это очень хорошо исследовано, глубоко исследовано, всесторонне. Что касается украинцев Молдовы, то, к большому сожалению, я вынуждена констатировать, что буквально крупицы мы смогли найти какие-то отдельные упоминания, отдельные строки, отдельные абзацы. Это работы Щеглова, опубликованные в Кишиневских епархиальных ведомостях. Буквально вот один абзац описания праздника святого пророка Ильи в историко-статистических сведениях о селе Пригородка Хотинского уезда. Опять же, совсем чуть-чуть о праздниках Троица, Сухой Пятницы, Обывание Купала, Александра Федоровича Гурьянова, его известном труде «Историко-статистическое описание церкви прихода селения Волонтировка». Ну, есть солидная очень база у Чубинского, но у него, конечно, огромная фактология, собранная по всей Украине, и он зацепил и часть Бессарабии, в том числе и некоторые украинские села Бессарабии. Спасибо. Спасибо, Екатерина Сергеевна. Спасибо. Коллеги, можно я закончу? Я одно предложение. Я хочу сказать, что с одной стороны, конечно, мы испытываем большие трудности в том, что нет этих материалов. Но с другой стороны, вот это непахарное поле, это, так сказать, большая перспектива для наших будущих исследований. Конечно, спасибо, конечно. А извините, что перебили, но нам была пауза, и нам показалось, что уже мы закончили. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, к Екатерине Сергеевне. Ну, будет еще информация в статье, да, конечно, более развернутая, да, поэтому, да. Да, спасибо. Предоставляем слово Юлию Полиховичу с докладом «Інделітні Чирили евреями в губернии Бессарабия, характеристич генерали». Пожалуйста. Да, Бонезион, добрый день. Tema de fapt e un pic sună altfel, ocupațiile evreiei, nu știu ce ne-a schimbat în delitniciri, dar mă rog. Ocupațiile evreiei guvernii Basarabiei, particularități generale. De la bun început, după acapararea Basarabiei, politica imperială față de evrei a manifestat tendințe discriminatorii. Conform așezământului cu privire la cărmuirea oblastei Basarabiei din 828, evreilor li s-a conferit un statut special, obligându-i să se determine pentru una din păturile sociale, fie negustor, fie mic burghez sau agricultor. Și, bineînțeles, să plătească impozite și taxe egale cu restul populației. Această primă concepție în sensul ăsta, Constituția de fiind așezământul o formă având Constituția Basarabiei, introducea o singură restricție. Evreii, ca și țiganii, erau excluși din categoria persoanelor care se bucurau de dreptul la angajare în serviciul public. Pe de altă parte, cartea prevedea că privilegiile acordate evreilor de la domnitorii moldoveni vor fi pe deplin păstrate. Cu toate acestea, privilegiile au fost în curând încălcate. Datele statistice generale ne permit înțelegerea raportului între sferele de ocupație a populației în general și diferențele cantitative, în particular pentru evrei. Astfel, dacă dintr-o 100 de oameni, deci o cifră statistică, dintr-o 100 de oameni în agricultură, total populației erau ocupați 74, evrei erau mai puțin de 4. În producție industrială, dintr-o 100 de oameni, 10, evrei, însă 35. În transport, mai puțin de 2 persoane la 100, evrei erau de 2 ori mai mult, 4. În comerț, în schimb, la 100 de oameni, populație generală, 4 oameni, evrei erau 38. Servicii muncă zilieră, 4
și 6. Profesiuni liberale, servicii la stat și sociale. Dintre 100 de oameni, populația generală, 2 oameni, dintre evrei, 5. O cifră surprenantă pentru mine a fost că în armată evreii au fost tot atât cât și restul populației. Deci au fost activi în armată. Reprezentând aproximativ 11% din populație totală, evreii asigură 12,7% din numărul total de angajați. Aceasta înseamnă că evreii reprezintă un procent relativ mai mare de populație activă. Evreii sunt mai des independenți economic decât întreaga populație. Ei trebuiau să înceapă mai devreme să câștige, rupându-se de familie, fiindcă nesiguranța existenței cauzată de supraaglomerarea populației și concurență nu cruța nici tinerețe, nici bătrânețe. În timp ce, în general, pentru fiecare 100 de oameni economic independenți existau 278 de persoane în întreținere, în rândul evreilor, numărul persoane aflate în întreținere scade la 200 de locuitori. Ce deosebește activitatea economică a evreilor este dezinteresul lor față de agricultură ca bază a dezvoltării economice, ca să spună urbană. Chiar dacă au fost înființate colonii agricole evreiești, știm că în anii 60 în Basarabia erau 16 colonii cu aproape 10.600 de persoane, cu scopul de a familiariza, de fapt, evreii cu munca în agricultură, rezultatul scontat nu a fost atins și coloniile au dispărut în anii 80 ai secolului al XIX-lea. Știm că după recensământul din 97 au mai rămas peste 3.000 de evrei, deci cifrele vorbesc de la sine, de la 11.000 aproape la 3.000. În toate celelalte privințe, intrând în era industrială, evreii au cunoscut în general aceeași evoluții ca și alte popoare. A fost o trecere treptată de la ocupațiile neproductive la cele productive, de la comerțul cu bani la comerțul cu mărfuri, de la ambele la industrie, de la predominanța exclusivă a meșteșugurilor la industrie pe scară largă. Inițial, comerțul cu bani a avut un aport de mare importanță, indiferent dacă evreul era cămătar, zarab sau bancher. El era întotdeauna angajat în tranzacții. Un alt tip economic nu s-a putut dezvolta în Rusia agricolă, încătușată de agricultură de subsistență, în care erau doar două clase, moșieri și iobaci. Nu existau încă condiții potrivite pentru industrie, piață liberă, capital semnificativ, mijloace de comunicare, forță de muncă disponibilă. Fabricele erau deținute în principal de moșieri și erau exploatate cu ajutorul muncii iobagilor. În timp ce evreilor li se interzicea să dețină moșii locuite și iobage. Meșteșugăritul la fel era limitat. Cererea limitată, predominarea agriculturii de subsistență prin forță de muncă proprie, nu au dezvoltat nici comerțul extern, nici comerțul intern. Dar cererea de resurse financiare exista deja la o scară în continuă creștere și a fost satisfăcută în primul rând de evrei. Rolul financiar al evreilor devine deosebit de semnificativ prin anii 60, când munca interioară a acumulat capital în mâinile lor și, în același timp, emanciparea țăranilor și ruinarea nobilimii asociate cu aceasta a creat o cerere enormă pentru finanțare. Acestui moment îi se atribuie apariția băncilor, în organizarea cărora capitaliștii evrei au jucat un rol proeminent. Însă schimbarea în întreagă structură economică a țării, în același timp, la o influență net evreiască, a avut loc tot în aceeași epocă. Rusia este din ce în ce mai atrasă în vârtejul schimburilor internaționale, alăturându-se regimului capitalist. Evreii au jucat un rol important în această evoluție, fiindcă prin eforturile lor înfloresc o serie de ramuri majore ale comerțului, precum cel al cerealelor, cheristelii. O parte din marii capitaliști evrei iau parte și la construcția căilor ferate. Rolul evreilor însă este deosebit de puternic în comerțul exterior, unde hegemonia lor este asigurată atât de locul de ședere lângă graniță, de legăturile mai strânse cu străinătatea, ca și de aptitudinile de mediere comercială. Ei sunt plasați pe toate treptele scării comerțului internațional.
Însă, cea mai importantă este activitatea lor în mediul rural, în rol de cumpărători de produse agricole, care până acum nu aveau acces nici pe piața internă, nici pe piața externă. Prin ei, fluxul de returnare a banilor ajunge la sat, îmbogățindu-l și introducând în el elemente ale noului sistem. Acest rol al evreilor poate fi redat prin cuvintele țăranii, n-ar avea cui și unde să vândă surplusul economiei sale neînsemnate. N-ar fi de unde să facă rost de bani. Dacă se interzice evreilor să se plimbe din curte în curte, din sat în sat, din târg în târg, ar însemna oprit deodată economia întregii regiuni pe care singuri evrei o susțin. Alt cercetător, Afanasiu Ciușbinski, spunea: adevărul este că nu numai evreii sunt cei care aduc adevărul este că numai evreii sunt cei care aduc în Basarabia mișcare comercială și fără ei ar fi o stagnare completă. Acum țăranul cel puțin are o vânzare sigură a produselor sale, fie și la un preț mic. Evreii contribuie activ la înființarea fabricilor de sfeclă, de zahăr, de procurare lemnului, de distilare și amurilor. În condițiile sistemului Iobag, evreii aveau un mare avantaj față de masa populației rurale aservite. Ei aveau libertatea de mișcare. Acest avantaj i-a făcut pe evrei intermediari naturali în relațiile diferitor grupuri ale populației. Însă dezvoltarea circuitelor economice care a tras treptat toate clasele și extinderea mijloacelor de comunicare a pus vânzătorul și cumpărătorul să intre mai des în contact direct unul cu celălalt, ocolind intermediarul, deseori aceștia fiind evrei. În anii 80 a început un punct de cotitor în această politică. Nobilimea reacționară, care dorea o întoarcere vreme de demult și considera evreii principalii vinovați în triumful noilor relații marfă-bani, care i s-a alăturat și burghezie comercială și industrială în curs de dezvoltare, vedea în evrei concurenți periculoși și au realizat împreună o nouă consolidare a politicii restrictive față de evrei. Cel mai mare impact în acest sens le-au avut regulile din mai 1882. Sărăcirea populației evreiești devenise generală, standardul de trai a căzut sub nivelul claselor corespunzătoare ale populației creștine, iar dezastrele economice periodice i-a afectat și mai greu. Ca și înainte, emigrația a servit ca singură modalitate de a atenua situația lor economică grea. Pentru Basarabia, cifrele statistice arată că 3/5 din populația guvernii era ocupată în agricultură, ce era firesc în condițiile solurilor roditoare. Producția industrială era orientată în cea mai mare parte spre prelucrarea materiei prime agricole, astfel majoritatea întreprinderilor constituiau cramele, fabricile de bere, de prelucrare a grăsimilor, de fabricarea alumânărilor, cerii și săpunului, pielăriile, oloinițele, fabricele de tutun și de țesături. În această ramă erau ocupate 7% din populație. Cât privește ocupațiile evreilor, din datele recensământului din 97, am spus următoarele cifre. Dacă vorbim la general, cu ce se ocupa în primul și în primul rând evreii? Adică cifrele cele mai convingătoare sunt pentru confecționarea îmbrăcăminte, unde erau angajați peste 7.000 de evrei. Și a doilea punct important, comerțul cu cereale 5.700, comerț cu animale 4.400, intermediere în comerț 3.300. Pe lângă asta, servicii la persoane private a fost o cifră destul de importantă, 4.700. Au mai rămas încă 3.300 de agricultori. În rest, iarăși în comerț sunt cifre mai importante, 2.500 în comerțul cu feronerie și utilaje. Mai domnule, dar și, Iulia, încă un minut. În transport, vizitii. Erau... Da. Da, am auzit. În transport erau vizitii 1.600 de evrei, dar atenție, erau și 18 femei. În armată, iarăși revin la cifra asta, erau 1.000 de evrei, deci
ca și o medie generală pe țară. Cam asta e ce am avut eu de spus. Mai sunt cifre, dar cele mai reprezentative eu le-am citit. Mulțumim mult, domnul Palihovici. Întrebări, vopросы, пожалуйста. Не вижу, чтобы были вопросы. Спасибо большое. И объявим следующего докладчика. Доктор Надежда Кара. «Семья в фольклорной картине мира Болгар, Молдовы на материале сказок». Да, пожалуйста, Надежда Васильевна. Постараюсь уложиться, но посмотрим. Mm-hmm. Тема нашего сообщения – традиционная семья и ее ценности в сказочном фольклоре Болгар, Молдовы. Материалом для нашего исследования послужил сборник сказок, записанных в Молдове, Наваковым в основном, Савельем собранных. И книга еще не издана, но мне дали возможность работать с электронным вариантом, там около 100 сказок. Из этих 100 сказок я остановилась на двух жанрах. Это новеллистическая сказка, или иногда ее называют бытовой, и анекдот, который сформировался на основе бытовой сказки. Вот 20 текстов. Известно, что фольклор является художественным выражением представления народа об устройстве мира. Особенность фольклора состоит в том, что он ориентирован на определенный морально-этический идеал, хранителем и транслятором которого он является. В фольклоре представлена этническая картина мира, частью которой является также и иерархизированная социальная структура фольклорного коллектива. Основу социальной структуры традиционного общества составляет семья, минимальная групповая единица в любой общественной формации. Фольклор создает и отражает модель формирования национального уклада жизни человека как уклада семейного. В фольклоре представлена этническая картина мира, частью которой является также отношения между членами семьи, внутрисемейные отношения свидетельствуют о характере обыденной жизни, семейственности и менталитете народа. Понятие «семья» богато и разнообразно раскрывается во всех жанрах фольклора, песенном, сказочном и пословичном. В свое время я работала с песенным материалом, вот сейчас смотрю на сказочном, потом, может быть, можно будет сделать какие-то обобщения. Семья в традиционном народном представлении наиболее подробно представлена именно в жанре сказки. Семья как часть социума и его, то есть отношение ее с внешним миром, в своих характеристиках позволяет раскрыть ценностную систему традиционного общества в целом. Характеристики семьи выявляются через такие ее параметры, как внутренние функции, это репродуктивная, хозяйственно-бытовая функция, трансмиссии, то есть передача опыта, интеллектуальная, духовная, эмоциональная. Ну, существует, кроме того, у семьи и внешние функции. Все это в сказке представлено. Прежде всего, взаимоотношения с крестьянским сообществом. Все эти функции представляют собой реализацию традиционных ценностных установок. Функции семьи и ее членов направлены и лежат в основе факторов благополучия семьи. В фольклоре сказочном фиксирован коллективный опыт, но в каждом отдельном тексте акцентируются определенные смыслы, актуальные для своего времени и для места бытования этнического социума и сказки, в данном случае, то есть сказочного фольклора, где текст был записан. Каждой национальной культуре присущ свой уникальный набор ценностей. Определенная система ценностей связана и с традиционной семьей, в частности болгарской, что мы и выявляем на материале выбранных нами 20 сказок «Болгар Молдовы». Нами выделены важные для семьи структурные составляющие, при этом определены их характеристики, передающие особенности болгарского этноса. Основные традиционные семейные ценности составляют такие понятия, как семья, супруги,
дети, родня, жизненный опыт в сфере дом, двор, хозяйство, трудовая деятельность. Все это в статье будет иллюстрировано материалом конкретным. Тему семьи и ее проблемы, отраженные в сказках, можно объединить в тематические группы, построенные на позициях. Часть из них мы встречаем и в исследуемых нами сказках. Это такие оппозиции и, соответственно, группы, как муж, жена, дети, родители, семья, родня, двор, дом, хозяйство, свое, чужое, жених, невеста, счастье, удача, ну и еще некоторые дополнительные. В этих группах, тематических группах, ценности представлены через формирование уклада жизни человека в семье. В наших сказках отражены следующие особенности семейного уклада. Во-первых, уклад жизни не свободный, и протекает он на общей территории мужа, жены, их детей и некоторых других домочадцев. Второе, что отмечено, строгая последовательность в процессе создания семьи, сватовство, переезд жены к мужу и затем обязанности в семье мужа и жены. Отражены в сказках, отражена семейная иерархия, затем типы собственности и территории семьи, эмоционально-психологические основы семейных отношений, ну и отношения между семьей и сельским сообществом. Покажем некоторые особенности семьи и ее аксиологию, имеющие не только общий характер, славянский, христианский, но и представляющие локальные этнические особенности болгар-молдовы, выраженные в рассмотренном нами сказочном фольклоре. В исследуемых сказках семья чаще всего не однопоколенческая, хотя и встречается какая-то, как правило, молодая отделившаяся семья, у которой еще нет детей. Как правило, персонажи действуют в рамках двух- и трехпоколенческой семьи. Если посмотреть на определение семьи в словаре, то в болгарском, например, толковом словаре, то семья – это супружеская двойка, то есть супружеская пара, живущая вместе с роднёй – дети, родители, братья, сестры. Интересно посмотреть в болгарских словарях, в словаре синонимов, какие синонимы даны к слову «семья». Это фамилия, домочадие, челяд, то есть речь идет о детях. Дом, огнишки, думакинство, кышта. Дальше путыкло, династия, род. И, наконец, руда, руднини, рудство и потомство. Все эти, так сказать, синонимически разветвленные элементы семьи или разные ее стороны в сказках представлены, и мы даем иллюстрации. Составляющие понятие «семья» свидетельствуют о ее разветвленности и вхождении в это понятие внутрисемейных и внешних по отношению к семье факторов. В текстах мы встречаем персонажей, представляющих однопоколенческую семью. Это молодая семья. В таких сказках показана неопытность молодых хозяев, неустойчивость, незащищенность такой семьи или неправильность в устройстве, когда или молодой муж, или молодая жена нарушают традиционные правила внутри семейных отношений и поступков. Ну, например, сказка «Какой-то открадный овца да сыпукны». В такой семье показаны отношения и между мужем и женой. Жена чаще мудрая, а потому нейтрализует глупость или неопытность молодого мужа в семейных делах. Но в зрелой семье показано, что жена может быть глупой и сварливой. Ну, например, анекдот «Лыжовна болест», за жена такое это сопредствовано на полную, то есть ложная болезнь. Тогда муж старается нейтрализовать вред, который жена наносит семье, семейным делам, порядку, миру, благополучию. Ну, например, ковгаливая жена, то есть склочная, сварливая жена. Второе, что нужно отметить, что чаще всего показана семья двухпоколенческая, состоящая из родителей и детей. В таких сказках раскрываются отношения родителей-дети. Детей в сказках обычно двое или трое. Встречаются сказки, где показана семья с пятью детьми. Если детей двое и они девочки, то здесь мы встречаемся с традиционным для многих народов сюжетом «Мачеха и падчерица». Дыштырята на дядуту и маштихата.
очень подробно смысл, скрытый и символику этой сказки показала болгарская исследовательница Свежа Дачева в своей монографии «За доброту и ложь Тумумича». Если дочерей трое, то речь идет о младшей, которая остается жить при родителях, и показаны ее достоинства как непременно присущие молодой девушке, качества которой являются образцом в системе традиционных семейных ценностей. Это ум, сообразительность, трудолюбие и бесстрашие. Если в семье двое сыновей, то речь идет о том, что более богатый сын должен непременно заботиться о бедном брате. Встречается сказка о многодетной семье. Семья бедная, если она многодетная, но дети и родители выживают благодаря сметливости и хитрости. Ну, сказка «Сметлива жена». Если сыновей трое, то, как правило, младшего считают глупым, а старших умными. Ну, это традиционно для сказок у многих народов. Надежда Васильевна, у вас одна минута, извините. Ну, я перехожу к выводам по своим сказкам. Показаны в сказках в целом характеристики, все связаны с функциями семьи, осуществляемыми ее членами. Показаны внутренние и внешние факторы благополучия семьи. Внутренние факторы основаны на соблюдении основных традиционных ценностей, а внешние факторы благополучия семьи – это трудолюбие и добрые отношения к соседям непременно. Факторы благополучия семьи связаны с ее функциями, осуществляемыми через ее членов. Важнее оказываются внутренние факторы, а внешние отчасти проистекают из внутренних. Вот и все. Спасибо. Спасибо, Надежда Васильевна. Вопросы, пожалуйста. Антрибаль Фентрудомна Дакаричнева. Вопросов нет, вы задавали столько вопросов, значит. Не возникли, значит, все ясно. Спасибо вам. А вот единственное, что, может быть, я прослушала, Надежда Васильевна, вот этот томик болгарских сказок из того шеститомника, который был выпущен по проекту в нашем институте, вы воспользовались им? Нет, я им не пользовалась, потому что это, во-первых, перевод все-таки на русский язык, а мне был важен автентичный текст. А вот этот текст, который материал, собранный Новаковым, его он собирал у своих односельчан, учителя собирали, ходили, и он записан на диалекте. И там очень много нюансов, которые для меня чисто этнолингвистически важны. Ясно. Спасибо. Так, очередной докладчик у нас Виктор Демьян, доктор Виктор Демьян. Ой, такая длинная у него тема. Наверное, Виктор Васильевич, пожалуйста, озвучите сами эту тему, чтобы я где-то не ошиблась. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Тема моего выступления звучит следующим образом. Проект по воссозданию еврейского религиозно-образовательного центра в Кишиневе начала 90-х годов 20 века. Ну, прежде чем приступить, собственно, к заявленной теме, хотелось бы обратиться к тем предпосылкам, которые создали условия к тому, чтобы этот вообще, в принципе, появилась идея строительства религиозно-образовательного центра в Кишиневе. Хотелось бы сказать следующее, что еще в конце 80-х годов 20 века в различных регионах Советского Союза, где проживало достаточно многочисленное еврейское население, начинается процесс еврейского национального возрождения, где стали образовываться общества еврейской культуры. Ну, такое общество еврейской культуры было образовано в Молдавской ССР в мае 1989 года. Появление общества еврейской культуры создало условия для начала процесса возрождения еврейской национальной культуры в Советской Молдавии. На протяжении 1989-1991 года в Молдавии стали открываться многочисленные этнокультурные и религиозные еврейские организации. Стремление к восстановлению национальной идентичности способствовало появлению евреев Республики Молдова, огромного интереса к получению как общей информации, так и знаний в области языков идиш, иврит, религиозных традиций, еврейской культуры, общей истории еврейского народа, локальной истории евреев Молдовы и так далее.
Значимую роль на этот процесс еврейского национального возрождения оказало провозглашение независимости Республики Молдова. Именно поэтому начавшиеся процессы, о которых я только говорил еще в конце 80-х годов, получили свое продолжение уже именно в период независимой Молдовы. Стремление молдавских евреев жить по религиозным традициям создавало условия для возрождения религиозной жизни и религиозного образования. Помощь евреям Молдовы в ее налаживании пришла в конце 1989 года от организации «Хабад Любавич». В республике эту организацию стал представлять раввин Залман Абельский, впоследствии ставший главным раввином Кишинева и Молдовы. Однозначно точно охарактеризовал в своих воспоминаниях личностные качества и вклад раввина Абельского в еврейское возрождение в Молдове писатель Хазин, один из его активных участников. Он пишет: «Рассказывали, что уже на другой день после приезда в Кишинев Рэб Залман провозгласил открытие ешивы Тамхеи Тмимим, в которой пока числился всего один студент, но через неделю-другую там стало около 20 студентов. Полным ходом шла подготовка к открытию еврейского детского садика, еврейской школы. При синагоге один за другим открывались кружки по изучению Торы, иврита, истории Израиля. Только с приездом в Кишинев Рэб Залмана началось подлинное возрождение еврейской духовной и культурной жизни, национального самосознания. Несомненно, выполнение его сложной миссии способствовал организаторский и педагогический талант. Интересным для нашего исследования стало напечатанное в одном из номеров еврейской общинной газеты «Наш голос» за апрель 1991 года обращение к еврейским детям, в первую очередь Кишинева, в связи с проведением праздника еврейского праздника Лаг-Баомер. Объявление было следующего содержания. «Дорогие еврейские дети, вы будете желанными гостями на грандиозном первом в Кишиневе и Молдове детском слете в честь нашего национального праздника Лаг-Баомер. По распоряжению начальника городского управления народного образования города Кишинева 2 мая все дети-евреи освобождаются от уроков и занятий для участия в праздничном параде Лаг-Баомер. По нашему мнению, эта публикация стала важным сигналом для еврейской общественности в отношении готовности столичных властей как минимум учитывать культурно-религиозные особенности не только еврейских детей, обучавшихся в общеобразовательных школах города, но и всей еврейской молодежи. И как максимум готовность пойти на определенные изменения в отношении еврейского образования, учитывая интересы еврейской молодежи. Другим важным моментом, предшествующим организации формального еврейского образования, стала организация летних лагерей, соответствующей этнокультурной и религиозной направленности отдыха для школьников-евреев. В период с 1990 по 1992 годы раввином Абельским была открыта в Кишиневе ишива, упомянутая, еврейский детский сад, две школы. Кроме того, раввин Абельский на волне успехов в национальном религиозном возрождении евреев Молдовы планировал создать в Кишиневе совместно с другими еврейскими организациями религиозно-образовательный комплекс. В этот период времени в столице, в Якимовском переулке, находилась единственная действующая синагога в Кишиневе, на базе которой раввин Абельский уже осуществлял неформальное религиозное образование. Была открыта ешива, организовывалась и проводились различные просветительские курсы, мероприятия и так далее. Впоследствии по инициативе Абельского улица Советская, где должен был располагаться будущий религиозно-образовательный комплекс, была переименована в улицу Раби Цирильсона, а Якимовский переулок в улицу Хабад-Любавич. Эти улицы были разделены, как вы знаете, да, друг от друга всего лишь несколькими сотнями метров. На улице Раби Цирильсон должна была быть расположена основная группа зданий этого комплекса. И это, собственно, эта группа зданий должна была располагаться на месте так называемой синагоги Цирильсона. Ну, почему так называемая? Потому что там был целый комплекс зданий, и включая в том числе и синагогу, и ешиву, то есть религиозную школу. Ну, там много чего еще было другого. И
Что хотела сказать, что Цирильсон, он являлся раввином Бессарабии еще в царский период, а затем после вхождения в Бессарабию в состав Румынии в 1918 году, он уже стал, собственно, главным раввином Бессарабии. Скорее всего, это вот воссоздание вот это на месте Ешивы Цирильсона нового образовательного комплекса должно было быть своеобразным символом еврейского религиозного возрождения. То есть на месте обветшавших зданий, относящихся к бывшей Ешиве Цирильсона, впервые за 50 лет строится уже новая синагога и Ешива как своеобразный символ обновления и возрождения еврейской жизни. В интервью газете «Наш голос» за апрель 1991 года молдавский архитектор Семен Шохет рассказал о своей работе над этим проектом, подчеркивая: «С архитектором Вазбейном мы заняты проектом еврейского культурного центра в Кишиневе. Когда-то недалеко от синагоги, на улице, которая теперь носит имя Раби Цирильсона, находился целый комплекс, состоящий из хедера, ешивы и богадельни. Сейчас от него осталось одно полуразвалившееся здание, которое мы собираемся восстанавливать. Это будет комплекс на 1,5 гектара, куда войдут гостиница, столовая, книжный магазин, библиотека и, конечно, еврейская школа». В другом номере газеты «Наш голос» за август 1991 года на первой странице было опубликовано обращение раввина Абельского к правительству Республики Молдова, в котором говорилось о возрождении религиозной жизни города за счет восстановления нескольких ветхих одноэтажных домов XIX века и частично нового строительства, которое намечалось в Якимовском переулке. Там намечалось открыть здание ешива, столовая, пекарня, лектории с учебными классами и другое. Все это вместе с действующей синагогой должно было образовать в будущем еврейский религиозный центр в Кишиневе. Премьер-министр Республики Молдова Муравский рассмотрел предложение и дал соответствующее поручение. По-видимому, это обращение готовилось в связи с планами раввина Абельского открытия первой государственной религиозной еврейской школы в Молдове. Однако на восстановление ветхих зданий близ синагоги необходимо было, в принципе, как и на улице Цирильсона, необходимо было время, и поэтому открытие еврейской школы произошло бы, скорее всего, в 1992 году. На первых порах дети первой религиозной государственной школы в Молдове должны были учиться именно в указанных зданиях в бывшем Якимовском переулке, пока не закончилось бы строительство учебных корпусов на улице Раби Цирильсона. Однако инициатива открытия первой еврейской школы в Молдове была перехвачена светским крылом еврейских организаций, поэтому в 1991 году открылась светская еврейская школа, а в 1992 году уже вторая еврейская школа с религиозным уклоном. Однако этот проект по открытию религиозно-образовательного центра в Кишиневе, планировавшийся на начало 90-х годов, так и не был реализован. По словам современников тех событий, по причине возникших противоречий между еврейскими организациями, принимавших участие в этом проекте. Попытки реставрации зданий на улице Раби Цирильсона неоднократно предпринимались усилиями еврейской общины Республики Молдова в разные периоды времени, в том числе и в наше время. Одна из попыток была предпринята еще в 2013 году. К тому времени был разработан архитектурный план восстановления, начался осуществляться информационная поддержка. Так, например, была снята передача, посвященная Ешиве Цирильсона в рамках телевизионного проекта «Рашел Мел». Ну, даже вот когда была эта передача, у меня тоже брали интервью по поводу одной из страниц биографии Раби Цирильсона. Так что, поэтому, как говорится, я об этом знаю из первых рук. А также планировалось, что в здании будет открыт, в восстановленном здании, будет открыт в том числе, кроме различных образовательных учреждений, в том числе и музей евреев Молдовы. И другая попытка, или, скажем так, очередная попытка по реализации восстановительных работ была предпринята уже в 2021 году. И согласно проекту планируется, что эти здания синагоги Цирильсона будут восстановлены в период 2021-2023 годов. И в данный момент, получается, идет сбор денег на продолжение восстановительных работ. На данный период времени, ну, насколько я знаю, там была расчищена территория, возведены леса и, собственно, подготовлены условия для дальнейшего восстановления данного комплекса. У меня все. О, как раз.
Как раз и мы хотели вам сказать, что осталась минута. Да, спасибо большое, Виктор Васильевич. Вопросы к Виктору Васильевичу, пожалуйста. Антрибуэль так очиневаари. Уже все устали немножко, наверное. Хорошо, спасибо еще раз, Виктор Васильевич. Если есть вопрос? Да, а то мне негде узнать, может, мне скажет Виктор Васильевич. Пожалуйста, напишите. Которая восстанавливается длинное такое, чуть выше русской, то есть этой молдавской церкви, Святая Пятница. Да, это именно это здание. Это там будет это все, да? То есть планируется, что там будет, но, как говорится, это будет всего лишь очередной проект, или этот проект по восстановлению будет доведен до какого-то логического завершения, это, как говорится, это вопрос еще. Там идут строительные. Идут, да, то есть на время, понятно, что на период зимнего времени там активно каких-то строительных действий не велось. Сейчас что там происходит, я вам точно не скажу, то есть там какие-то подготовительные идут работы или... Спасибо, главное, я выяснила, что именно это место. Да. Да, если больше нет вопросов, то я объявлю следующего докладчика, доктора Ирина Шихова, Чимитирили Евриешт, Венстенга Ниструлы, Рашков. Да, пожалуйста, да, Ирина. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз я здесь с вами. Сейчас я попробую сначала расшарить свою презентацию. Так, вот так. Вот так. И теперь я делаю... Есть. Вот так вот. Сделаю. Вот. Так, всем все видно, так, все крупно, все. Поехали. Значит, все знают, что я занимаюсь не только еврейскими кладбищами, но и еврейским материальным архитектурным наследием в целом. В каком-то смысле кладбище – это особая моя любовь и особый интерес. У меня накопилось очень много материалов конкретных, интересных, которыми хочется делиться, поэтому я себе позволила в этом году рассказать нечто интересное на основе материалов из прошлых исследований, потому что уж больно вкусно. Итак, Рашков или Рашково, как он называется сейчас официально, поскольку перестал быть городом и стал селом, считается старейшим населенным пунктом Приднестровья, на самом деле Приднестровья, левобережья Молдовы, левобережья Днестра, мы понимаем, да, все эти формулировки аккуратные. Мне интереснее не политическая оценка этой территории, а исторические данные о населенном пункте. Дело в том, что на самом деле требует очень аккуратной, тщательной проверки. Вот это вот все знают что. На самом деле есть основания предполагать, что Рашков может быть вовсе не старейший населенный пункт Приднестровья или побережье Днестра, потому что есть еще такое замечательное место Ягорлык, город-призрак, деревня-призрак, которым предполагается, что оно основано сразу после битвы при Синих Водах, а битва при Синих Водах это на минуточку 1362, а Рашков упоминается только в 1402, то есть почти на 50 лет позже. Но это вопрос... точной датировкой, которая, в общем, это вопросы к историкам. Мы этнологи, мы занимаемся другим. Нам интересно, что можно о еврейской жизни в Рашкове узнать из конкретного сохранившегося наследия. Евреи появились в Рашкове не позже середины 17 века в связи с погромами в более населенных частях
Хмельничины, может быть, и раньше. Почему они прибежали именно туда и почему их так хорошо приняли именно в Рашкове, мы тоже еще не совсем точно знаем. То есть, судя по всему, можно предполагать, что, может быть, евреи там уже были, просто их было гораздо меньше, они уже неплохо себя зарекомендовали, и поэтому их родственники прибежали к ним. Итак, еврейские кладбища Рашкова, их, поскольку их на самом деле два, так называемые старое и новое, это, естественно, неофициальное название, потому что никто ничего официально не называют в таких небольших населенных пунктах. Старейшее кладбище датируется как минимум самым началом, старейшее Мацево, старейшее надгробие на старом кладбище датируется как минимум самым началом 18 века. Более древних нам там найти не удалось. Самое древнее датируемое 1709 год. Но есть еще второе, оно как бы новое, на самом деле тоже не очень новое, потому что начиная с богоеврейских кладбищ в Молдове, а уж начало 18-го вообще по пальцам пересчитать. Меня видно, слышно? А то мне говорит, что меня тут плохо может быть видно. Это нормально? Нет, все нормально. Была маленькая пауза, но все хорошо. Да, видно и слышно. Вот. Я видела, что что-то подвисло. Спасибо. Итак, кладбище, старое кладбище Рашкова традиционное, оно делится на традиционные сектора, их отчетливо видно. Детский сектор, мужской сектор, женский сектор. Но есть и необычные вещи. Вот я, например, показываю вам сейчас на вашем экране необычная двойная Мацева, двойное надгробие, двойное захоронение. Двойные захоронения в еврейской традиции допускаются, их достаточно много, их реально достаточно много можно найти на наших еврейских кладбищах. Это захоронение интересно тем, что здесь под одной мацевой, под одним надгробием, в одной могиле мужчина и женщина. Женщина Лея бат Цви слева, Барух дальше разобрать практически невозможно, что для еврейской традиции, ну, по крайней мере, очень странно, поскольку мужчин и женщин хоронили по отдельности в разных секторах, в разных отделах, разделах кладбища, в разных частях кладбища. Это кладбище очень традиционное, это Мацева очень традиционного времени. Мне не удалось ее точно датировать, поэтому я боюсь сказать, но это 18 век наверняка. То есть никак размывания традиции здесь быть не может. Видимо, речь идет о каком-то исключении, почему так произошло, мы не знаем, какая история стоит за этим надгробием, мы не знаем, но какая-то явно стоит. Кого-то кому-то подзахоронили, или кто-то умер одновременно, или где-то кого-то нашли и поэтому перезахоронили. Ну, в общем, явно нетрадиционное. А вот еще одно надгробие тоже двойное, но на этом надгробии отчетливо видно, что там похоронены две женщины. Потому что вот в первых строчках обеих половин отчетливо видно, что написано «Гаиша». Это женщина, жена, да, такое возвышенное слово. На примере старого еврейского кладбища Рашкова отчетливо видна тенденция, которую можно проследить и по другим старым еврейским кладбищам Молдовы и Бессарабии. Чем старше конкретное надгробие, тем оно лаконичнее, тем оно проще, тем меньше на нем изображений, тем больше на нем просто текста. И, соответственно, чем оно позже, вплоть до
XIX века до конца XIX века, иногда вплоть до Второй мировой войны, но мы не говорим о Второй мировой, об этой тенденции о Второй мировой войне применительно к Рашкову, потому что Рашков уже в 18 году стал советским. Мы говорим об этом применительно к бессарабской части, которая советизировалась и поэтому модернизировалась на четверть века позже. Так вот, чем позже Мацевы, тем богаче они декорированы, как правило. Вот одна из самых старых Мацев. Сейчас это у нас, да. Это 1775 год. Вот, ничего лишнего, только текст. Это Хаимсон Рейпдова, например. А вот это... надгробие Феги, дочери Рава Ягуды, умершей 1 Адара 1795 года, и здесь тоже только текст. Это очень типичное традиционное женское надгробие, женская мацева. Здесь можно разобрать такие традиционные формулировки, что покойная была скромной благочестивой женщиной. Так принято. Это вот такие шаблонные формулы, которые вписывались на надгробии, их достаточно много, это не всегда одно и то же. На любом надгробии их несколько десятков, я бы сказала, таких вот традиционных встречающихся эпиграфических фраз, причем в разных сочетаниях между собой. Иногда у меня возникает впечатление, что эти фразы вписывались, впечатывались как бы в надгробие целиком без достаточного проникновения, понимания сути. Чем позже, тем вероятнее, что ни родственники, ни камнерезы иврита, тем более вот этого высокого иврита Торы не знали, поэтому просто переписывали буквы. Но сейчас вот применительно к этому конкретному надгробию, когда мы говорим о самом конце XVIII века, судя по всему, в общем, это писалось с пониманием того, что именно тут написано. Ну и чем дальше мы идем во времени, тем чаще встречаются богато декорированные резные мацевы. Немножко быстро листается, извините, это я вот как сумела сделала для вас такой ролик-фильмец. Подборку мацев, декорированных львами. Это очень традиционная еврейская символика. Лев в еврейской эмблематике – это символ дома Ягуды, одного из 12 колен Израиля, и одновременно это символ Иерусалима, как удела Ягуды и его потомков. И одновременно это символ царского величия, поскольку царь Давид, легендарный основатель, легендарно-исторический, да, мы понимаем, основатель еврейского царства из колена Ягуды. Поэтому изображение льва имеет разнообразное значение, поскольку это не знак, а символ многозначный, многослойный. Но для нас интересно еще, кроме всего, то, насколько по-разному эти львы изображаются в конкретной эпиграфике, в конкретном Рашкове. Ну, вы понимаете, да, что камнерез в Рашкове, ну, имел очень мало шансов увидеть живого льва. Поэтому изображал примерно как понимал. Они для человека, который описание льва читал в книжках или слышал, пересказанные своими словами, в общем, достаточно натуралистичны. Хотя если ты не понимаешь, что это лев, тут можно понять и увидеть все, что угодно. И собаку, и зайца, и кошку, и все, что хочешь. Поверьте мне, это львы, потому что это подкрепляется другими данными. Как правило, львы могут шифровать либо имя похороненного, это Иегуда, Иегуда, Иде, Юда, в разных вариантах, в разных огласовках на иврите, на идыше, на бессарабском идыше, на подольском идыше, на волынском идыше.
либо на иврите Ария, либо Ариэль, это все разные варианты употребления, использования корня лев, Арии, Ария, либо на идыше лев, лейб, лейба и так далее. Либо это показатель того, что человек из колена Иуды или потомок царя Давида. В общем, вот эти вот львы, они почти всегда обусловлены. Это никогда не sometimes a cigar is just a cigar. Вот, например, на это. Вот. Нет? Что-то я пропустила, ладно? Ирина Эммануиловна, извините, да, у вас еще одна минута. Еще одна минута, хорошо. Вот смотрите, я показываю одно очень интересное надгробие. Это надгробие Коэна. Коэны – это отдельное сословие внутри еврейского народа. Да, это коэнское благословение. Вот посмотрите, насколько по-разному оно может выглядеть либо здесь, либо вот здесь, смотрите, очень нетрадиционно, насколько реалистичные, красивые руки на этом надгробии, настолько, ну, можно сказать, смешные, наивные, и что необычно, по локоть изображенные такие ручки на надгробии. Тем не менее, все это очень серьезно, это очень серьезно сигнализирует о том, что под этим надгробием лежит человек, принадлежащий к колену первосвященников, имевших право служить в храме и готовых к тому, чтобы служить в храме после того, как храм будет восстановлен. Материалов у меня очень много по приднестровским кладбищам и по нашим кладбищам. Ждите продолжения. Вот вам еще один вариант, тоже очень красивый, богато декорированный. Это человек... Сразу двое из колена левитов, они часто символизировались кувшинами, поскольку поливали из кувшина коэном на руки. В целом работа моя не закончена и не будет закончена никогда, потому что материала очень много и все время находится что-то новое, но страшно интересно каждый раз обнаруживать, как интересно вписывается конкретный факт, конкретное кладбище, конкретное надгробие в нашу региональную тенденцию, в европейскую тенденцию, в еврейскую историю, в европейскую историю. Все мы часть очень большой истории, и это всегда видно, это всегда прослеживается. Спасибо, вопрос. Спасибо, Ирина Эммануиловна. Очень интересная тема. Я вижу прямо потенциал, куда можно еще двигаться в смысле символики даже. Угу. На самом деле всего гораздо больше. Я вот выбрала только несколько, да, естественно, таких здесь... ярких. Еще двуглавые орлы, еще все, что хотите. Здесь и очень много фитосимволики, я очень увидела много, во всяком, да, случае. И геометрические какие-то фигуры такие интересные. В общем, да, вот, желаем вам успехов в этом дальнейшем. Вопросы, пожалуйста. Татьяна Викторовна, я по поводу символики, так как в 17-м году принимал участие в экспедиции, исследовавшем это кладбище, еще наша бывшая сотрудница, там была еще одна очень интересная символика, нашли символ Мерседеса. Вот как раз наша коллега и нашла. И все очень ломали голову, что за... Причем здесь символ Мерседеса. Вот. Ну, как мы все знаем. Так что это было... Так, то есть, каким образом он попал, что это... Секундочку, а какого года, века был? Давайте я вам расскажу про символ Мерседеса. Да, 18-го. Это просто 18-го. Совпадение просто. Да, это просто, значит, я так понимаю, естественно, у меня нет окончательного ответа. Я могу только... Предполагать. Да, свои предположения, но вы понимаете, что они основаны на многолетних исследованиях. Значит, я так понимаю, что таким образом была символически изображена, ну, то, что на латыни мы называем роза мунди, роза мира. Да-да. Я забыла, как это на иврите, это очень распространенный символ, вот цветок, роза.
Это символ близкий к каббалистическому, потому что это символ неисчерпаемости познания, неисчерпаемости Торы. Вот как роза открывается и открывается и открывается, и за каждым следующим слоем еще внутренний следующий слой лепестков. Вот так для нас открывается вечная мудрость Торы, вечная мудрость Всевышнего. И я так понимаю, что вот эти три лепесточка, они просто таким вот упрощенным образом наивизированы, поэтому оказались похожими на Мерседес. Ну да, в принципе, как версия, вполне, да. Да, спасибо. Еще вопросы? Майсонтен требует... Нус. Ага. Акума, оферим кувынду. Тогда я отключаюсь, спасибо. Да, спасибо. Оферим кувынду Адриане Бутнару, характеристики аля Тыргулы, спатиул румынеск. Домнишоара Адриана Конектачева, дать се ва видим, ка ной прима дата, я уя, ка, дегземпл, прима дата афлю, ка ла ной авем ши ной лукратори, се ва видим, аша. Da, bună ziua, domnule Duminică. Într-adevăr, sunt nou în acest domeniu. Eu o să aprind camera dacă doriți să mă vedeți, însă mai apoi o voi deconecta în momentul comunicării, fiindcă internetul este puțin cam... Da, bine, doamnă. Așa că, dacă... Da. Ne pare bine, ia că v-am cunoscut. Încântată de cunoștință. Deci comunicarea mea sună în felul următor. Caracteristici ale târgului în spațiul românesc. Istoria culturii tradiționale legate de comerț și troc a spațiului românesc în secolele 16-19 datorează inclusiv călătorilor străini, ale căror mărturii scrise au fost publicate și analizate critic de către unii dintre istoricii români, cum ar fi Nicolae Iorga, Petre Panaitescu sau Paul Cernovodeanu. Deși încă din evul mediu sunt cunoscute semnificațiile termenului târg, prin intermediul tradiției populare și a călătorilor străini, descoperim aspecte interesante ce țin de originile, caracteristicile, dar și însemnătatea târgurilor pentru dezvoltarea social-economică și politică a teritoriilor românești. Consultând dicționarul explicativ, vom depista câteva sensuri atribuite acestuia. De exemplu, târgul este o așezare orășănească, fie este un spațiu la marginea așezării destinat procesului de vânzare-cumpărare, dar și locul de desfășurare a unei festivități. Inițial, târgurile au contribuit la întemeierea de noi așezări rurale și urbane, întrucât acestea au fost amplasate la intersecția principalelor căi comerciale. Dezvoltarea acestor așezări, pe lângă formarea orașelor, a favorizat apariția piețelor și bâlciurilor, componente economice importante ale comerțului. A contribuit, de asemenea, la dezvoltarea uceniciei în cadrul meșteșugăritului. Pe parcursul evului mediu, târgurile, în sens de loc de comercializare a produselor, au atins un nivel înalt și au început să întruchipeze unul dintre cele mai importante evenimente din viața orașului. În cadrul târgului, comercianții, artizanii, artiștii și muzicienii se adunau în oraș. Numărul mare de vizitatori au contribuit la dezvoltarea economică și turistică a orașului și, de asemenea, o lungă perioadă de timp au făcut din el un loc de festivaluri populare și de divertisment. În ansamblu, acestea ar fi caracteristicile generale ale tuturor târgurilor din teritoriul românesc. În timp ce omul din satele românești își lucra ogorul și realiza o formă incipientă a vânzării, prin schimbul de producție crescut în propria gospodărie, cerințele societății erau în permanentă creștere odată cu creșterea demografică, iar țăranii, pentru a-și întreține familiile, își extind activitatea vânzând în târg produsele ce prezentau surplus în propria lor gospodărie. Aceștia uneori migrează spre așezări noi, care sunt perindate de elementul alogen. Diferiți meseriași și țărani apar în orașe pentru a-și valorifica roadele muncii. Astfel, numărul mărfurilor crește și sporește zilnic numărul celor care vând și cumpără. În aceste condiții, bâlciurile, iarmăroacile și târgurile devin un izvor de bogăție al orașelor, iar coagularea populației într-un areal favorabil impulsionează urbanizarea și migrația de la sat la oraș. În acest context, în târgurile românești găsim două categorii de mărfuri, și anume, mărfurile casnice, care provin din gospodăria țărănească și sunt destinate celor stabiliți în târguri, cum ar fi cerealele, fructele, carnea, produsele lactate, vinurile și băuturile tari. Dar, de asemenea, și mărfurile negustorești,
Însă, acestea ne găsindu-se în sate, sunt de mare folosiță ranelor și orășenilor, dar și călătorilor străini care aleg să poposească pentru ceva timp în hanurile din împrejurimea târgurilor și a orașelor, de fapt. Drept dovadă a activității negustorești intense, unele regiuni au preluat denumirea arealului geografic, cum ar fi Târgul Mureșului, Târgu Neamț, Târgu Jiului, etc. Vom prezenta caracteristicile unui târgoraș printr-un studiu de caz bazat pe caracterizarea orașului Târgu Neamț, ce mai era numit Târgul de Subcetate. Târgu Neamț este prezentat ca fiind unul dintre cele mai vechi orașe din Moldova, fiind atestat documentar în letopisețul Novgorodului, cunoscut ca și lista rusă de orașe, datat din anii 1387-1392. Iar din timpul domniei lui Alexandru cel Bun, toponimul Neamț este regăsit tot mai des în mai multe documente ale vremii. Multiplele mențiuni ale orașului dat în documentele timpului sugerează importanța acestuia în arealul geografic menționat, dar și însemnătatea târgurilor în dezvoltarea economică a unei așezări. Vizitat în 1640 de episcopul de Gallipoli, Petru Baxic, este caracterizat ca o așezare la poalele munților, într-o vale acoperită cu prunci și meri. De aici observăm descriere teritoriului destul de prielnică pentru dezvoltarea economică a regiunii date. În 1646 este vizitat de Marco Bandini, care ne relatează că din acest târg se ia vamă pentru toți negustorii străini care trec în Transilvania. Deci este prezent comerțul timp de o perioadă îndelungată, iar vama este deja foarte bine întemeiată. 10 ani mai târziu, misionarul Giovanni Battista del Monte găsește în Neamț o biserică catolică mică, dar frumoasă. După slujbă, credincioșii și târgoveții de toate felurile se întrunesc în centrul târgului pentru a se ospăta din de toate, ceea ce demonstrează diversitatea produselor comercializate și respectiv și diversitatea târgoveților. În 1842, germanul Paul Kornbach, în lucrare dedicată teritoriilor românești, menționează Târgul Neamț ca oraș de reședință, dezvoltat, cu o capacitate economică importantă, mai ales în contextul că avea un comerț însemnat cu lemn pentru construcții. La distanța de aproximativ un secol, francezul Paul Lab vizitează orașul într-o zi de sărbătoare, citez, când străzile sunt pline de lume, de soare și de veșmânte cu paiete de aur și argint, ceea ce demonstrează că acest târg, inițial slab dezvoltat, a crescut ca oraș datorită potențialului economic manifestat atât de comercianții autohtoni cât și de cei alogeni. În jurul acestor târguri se dezvoltă toată viața economică a Târgul Neamțului, și se creează faima de piață comercială, vie și activă a orașului. Analizând Târgul Neamț, observăm cele două târguri din oraș, care, deși aveau caracteristici deosebite, în activitatea lor se completau reciproc. Târgul dinăuntru dobândește caracterul unei pieți orășenești și servește nevoilor de aprovizionare ale boierilor și târgoveților, pe când târgul din afară rămâne numai pentru desfacerea produselor țărănești și pentru aprovizionarea populației agricole din marginile orașului și a satelor învecinate, dobândind astfel caracterul unui târg de regiune. În contextul creșterii demografice, târgul dinăuntru nu mai poate face ritmului viu în care se dezvoltă viața economică. Spațiul rezervat acestui târg devine neîncăpător pentru negustorii ale căror număr sporea mereu și ale căror mărfuri cereau noi prăvălii. Din aceste pricini se simte nevoia altor târguri și altor centre negustătorești, care nu întârzie să ia ființă. Viața negustorească din Târgu Neamț este într-o continuă transformare și dezvoltare, întrucât ea cerea noi piețe de desfacere. Adiacent aspectului economic, târgurile aveau și o mare însemnătate pentru desfășurarea evenimentelor culturale ale satelor și orașelor românești. În târgurile de la sate și orașe se desfășurau unele dintre obiceiurile comunitare, cum ar fi hora, hramul și placa. Poporul român a edificat tradiții colectiviste de muncă de-a lungul timpului, prin care s-a înrădăcinat solidaritatea socială, oferindu-și ajutor și sprijin reciproc. În susținerea acestei teze îl vom cita pe Lucian Blaga, care scria: țăranul român manifestă orientări care dezmint hotărât primatul intereselor economice. Acel primat cel n-ar îngădui florescențele frumuseții decât o anexă sau ca un epifenomen. Dragostea de pitoresc și de ornament are în viața țărănească sau ciobănească românească o întâietate atât de precumpănitoare asupra economicului. Am încheiat citatul. În perioada muncilor agricole de toamnă, claca era motiv de ajutorare între ale muncii, de petrecere, daruri și voie bune, care nemijlocit câteodată se petreceau și în târg,
Aici se înfăptuiau lucrări pentru comunitate și de cele mai multe ori aveau caracter benevol. Similar acesteia se desfășurau și șezătorile, unde în rol de protagoniști principali se prezentau fetele mari și flăcăi. Totodată, vom nota că în cadrul obiceiurilor comunitare se educă cele mai nobile calități ale oamenilor, cum ar fi simțul datoriei obștești, al ajutorului reciproc, al dragostii față de patrie și munca pământului. Astfel, conchidem că obiceiurile comunitare, precum claca și șezătorile, aveau drept scop susținerea și fortificarea societății, întrucât era un fel de școli în sat sau școli în oraș, unde se învăța cum se cădenia, omenia, comportamentul demn și dragostea cu toate valențele sale. Toate aceste elemente ofereau încredere omului de rând, întrucât era conștient că mereu va fi ajutat și susținut, fie din punct de vedere moral, fie economic. Deci, în conformitate cu cele expuse, putem afirma că caracteristicile târgurilor menționate în prezenta comunicare sunt specifice tuturor târgurilor din spațiul tradițional românesc, desigur cu mici diferențieri zonale. Târgurile, prin caracterul și modul de desfășurare, devin elemente forte în dezvoltarea economică a regiunilor, precum și în cultivarea tradițiilor și obiceiurilor românești. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Vă mulțumim, domnișoară Adriana. Butnaru, dacă are cineva întrebări? Dacă n-are, eu o să spun, iacă, domnișoară Adriana, aveți denumirea caracteristici ale târgului în spațiul românesc. În comunicare ați atras mai mult atenție la târgul Neamț. Eu aș sugera în viitor să luați ceva comparativ. Iacă să luați de exemplu, pentru că spațiul românesc include și Basarabia. Comparativ, asta înseamnă ceva nou pentru spațiul nostru. Asta noi tot avem târgușori, târguri, Chișinău. Iacă chiar aș fi fost interesant de văzut în comparație Chișinăul cu același Târgu Neamț. Și da. Chiar asta va fi nou. Mulțumesc mult, domnul Duminic, pentru sugestie. Cu siguranță, în comunicarea finală se va regăsi și acest aspect, această comparație. Mersi mult! Mersi! Așa, următorul avem comunicarea Sorin Grăjdari, dar eu nu văd pe dânsul în listă, dacă este Sorin Grăjdari, nu-i. Așa, după lista avem doamna Raisa Osaci cu tema aspecte feminine în obiceiurile calendaristice de toamnă-iarnă. Stimată doamna Osaci, vă oferim cuvântul. Nu este? Doamna? Doamna Raisa, dacă ne auziți. Da. Da. Vă auzim. Nu mi se deschidea microfonul. Deci voi vorbi despre aspectele feminine în cadrul obiceiurilor calendaristice de toamnă-iarnă, pentru că de obicei aceste aspecte au fost lăsate mai umbră, fiind cumva acoperite în mod special de obiceiurile care erau deosebit de interesante și active în cadrul cetei de flăcăi înainte de solstițiul de iarnă și astea au rămas cumva mai, fiind mai pasive de felul lor, au rămas cumva mai în umbră. Eu voi vorbi mai întâi despre independența între lumină, arhetipuri și actanți, iar pe urmă voi face o analiză mai concretă a fiecărei sărbători. Deci, prevalarea arhetipurilor masculine sau feminine în cadrul imaginarului tradițional, specific obiceiurilor calendaristice, se află în corelație cu alternanța vectorului de creștere sau descreștere a luminii solare. Concomitent cu schimbarea acestuia, se schimbă și nivelul de implicare a actanților masculini și feminini în desfășurarea evenimentelor rituale.
tradițiile solstițiale de vară, sunt Zâiene sau Drăgaica, tot atunci era sărbătorită și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, care a fost suprapusă de biserică, nu știu cât de fericit, peste această sărbătoare care era perfect feminină din momentul când începea să scadă lumina. Deci, tradițiile solstițiale de vară, sunt Zâienele Drăgaica, sunt consacrate triumfului luminii, adică fiind în cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte, dar totodată și schimbării vectorului luminii spre scădere. Acestea marchează demararea registrului imaginar feminin, ce are caracteristici pasive, umede, obscure, dezintegratoare, dar totodată transformatoare, ceea ce înseamnă perspectiva unei noi nașteri. În aspect calendaristic, precum și în ceea ce privește genul actanților rituali principali cu funcție activă, deci mentalitatea tradițională abordează evenimentele solstițiale de vară ca manifestare inversă celor de la solstițiul de iarnă, Crăciunul, despre care vorbisem anterior, care marchează nașterea luminii și a divinității masculine, iar aici este invers. Triumful divinității feminine și de aici începe scăderea luminii. Protagoniștii acestora, la iarna fiind feciorii, întrucât va urma creșterea luminii, iar după Drăgaică, începând cu solstițiul de vară, după Drăgaică sunt Zâiene, până la echinocțiul de toamnă, marcat mai ales prin Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică, o perioadă de cam 2 săptămâni, protagoniștii ale manifestărilor tradiționale vor fi reprezentantele părții feminine a comunității, în special fetele cele mari și femeile. În consecința modificărilor repetate, suportate de calendar pe parcursul istoriei, în cadrul diverselor reforme au avut loc mutații și în calendarul popular. Acestea au survenit mai ales în segmentul calendaristic ce ține de echinocțiul de toamnă, în cadrul căruia chiar Sfânta Maria Mare, eveniment ce comportă caracteristici echinocțiale accentuate, la care mă voi opri ulterior, este sărbătorită actualmente la sfârșitul verii, pe stil vechi la 28 august, iar pe stil nou chiar la 15 august, adică la distanță de mai mult de o lună de la echinocțiul de toamnă căruia este consacrată. De la echinocțiul de toamnă până la solstițiul de iarnă, lumina este în continuă scădere. Cu toate acestea, deși registrul imaginarului feminin mai rămâne în forță, apare o împletire tot mai influentă a elementelor masculine care vor deveni dominante începând cu solstițiul de iarnă. După solstițiul de iarnă, deci actanților feminini le revin funcții pasive, dar nu lipsite de importanță, care țin, bineînțeles, de transformare și se vor vedea la următoarea etapă, la echinocțiul de primăvară, atunci când o sărbătorim pe zeița noastră mamă în ipostază bătrână, pe Babadochia. Deci, dacă ne întoarcem la analiza mai concretă a sărbătorilor, vom vedea foarte interesant cum după Sfânt Zâiene, când exact așa, deci cum ceata masculină la sărbătorile de iarnă este în exclusivitate dominantă, iar fetele sau și femeile au doar reprezintă un suport pasiv, aici invers, în cadrul obiceiurilor de Sfânt Zâiene, chiar și cei care au rol de băieți sunt tot fete deghizate în băieți. Pentru că, de fapt, sărbătorim Marea Zeiță Mamă, Sfânt Zâiana sau Drăgaica, în diverse zone ale spațiului românesc se numește la fel, inclusiv în Republica Moldova, în partea de centru și în partea de nord.
se numește, se numește cu prevalare sânziene, iar în partea de sud cu prevalare drăgaică, deși, mă rog, sunt și unele exclusivități. De obicei, la această mare sărbătoare, care s-a păstrat puțin în acest aspect teatralizat, era îmbrăcată o fată mare, gata de căsătorie, era îmbrăcată în strai tradițional cu o coroană de sânziene în cap, coroana însemnând aderența la divinitate și deci imaginea acestei divinități care era sânziana sau drăgaica. Sânziana este o sinteză a expresiei sfânta zeiță Ana, deci sfânta Diana, Ziana. În formulă românească, Diana ar fi Ziana. Sânziana este sfânta Deia, zeiță Ana. Deci este cea care exprimă începuturile. Nu întâmplător, pe cea care este mama Maicii Domnului o chema la fel, Ana. Deci această sărbătoare are mai multe substraturi care arhetipal sunt foarte bine armonizate și iată această fată mare care o reprezintă pe mare zeiță mamă înainte de căsătorie, zeița fecioară cu toate capacitățile de procreere și de tinerețe și de forță fizică și spirituală, are ceata ei, are alaiul ei, care de obicei este constă din alte patru fete îmbrăcate în băieți, toate au coasă, coasa fiind un instrument al morții, pentru că este cea care va tăia spicele. Deci încep mai multe aspecte ale mersului spre întuneric, într-un fel, spre de la solstițiul de vară, abia atunci începe scăderea luminii și scade în continuu până la solstițiul de iarnă, când va începe creșterea luminii. Și de aceea aici începe puterea feminină pe parcursul stingerii, scăderii luminii și aceasta este cea mai amplă manifestare până în ziua de astăzi, deși partea spectaculoasă mai puțin s-a păstrat, s-au păstrat doar unele ecouri, dar ca amploare de sărbătorire și ca obiceiuri mai mărunte s-a păstrat foarte ca cea mai importantă sărbătoare a verii, de fapt. Urmează alte sărbători feminine, deci această sărbătoare este în preajma solstițiului la 24 iunie pe stil nou, chiar deci în preajma solstițiului și 7 iulie pe stil vechi. Urmează sărbătoarea numită Mărina, pe care o venerează toate femeile, considerând-o cu mare influență și în mediul feminin. Urmată, Mărina este la 29 iunie, 12 iulie, iar Maria Magdalena este o altă divinitate feminină venerată după o sărbătoare a zilelor de foc, cumva, care focul fiind masculin, dar fiind zilele cele mai călduroase ale verii, care constă din trei sărbători importante, Pricopul sau Sfântul Procopie,
Chirică Șchiopu, care o are și pe sora lui Iulita, și ultima ca Sfântul Ilie, care chiar dacă erau trei mari sfinți care țineau de primejdiile focului, anecului, apei, aveau și acest element feminin. La mai ales la Sfânt Ilie se făceau târgurile de fete pe muntele Găina, Găina fiind o imagine a marii zeițe mame, care o cunoaștem cu numele de Gaia, iar Galina în limba italiană și acum înseamnă Găina. Dar și avem toate, și la mormântare, și la nuntă, avem Găina ca substitut feminin și ca substitut al marii zeițe mame, întrucât arhetipurile și personajele care se manifestă în perioada respectivă fac parte întotdeauna din același registru. Doamnă Osaci, cer scuze, aveți încă un minut. Mai o clipă. Un alt aderent la această sărbătoare a focului fiind foca, și după sărbătorile, aceste mari sărbători ale focului care dau nuanță masculină cumva, urmează adormirea Sfintei Ana, unde începe clar demararea spre toamnă, urmată fiind de Sfântă Maria Mare și Sfântă Maria Mică, așa cum am mai vorbit, în care o importanță deosebită o are imaginea calului, tot așa cum va avea primăvara la echinocțiu, imaginea calului în cadrul săptămânii Sântoaderului, urmată de acoperământul Maicii Domnului, care este și o degradare și mai mare, pentru că se acoperă, sunt primele acoperiri ale pământului cu zăpadă și ultimele manifestări importante feminine sunt intrarea în biserica Maicii Domnului sau ovidenia, în termen popular, din vovidenia asta, din vovidenia slavă, și urmată de Sfânta Mare Muceniță Varvara, care este un ecou al Sfintei Barbura, ținută și acum de popoarele nordice. Și spre anul nou, și mai aproape pe stil vechi, 20 decembrie, pe stil nou, avem la 7 decembrie Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș, care este din nou o mlădiță tânără. Au venit, deci, de la capacitatea plină de viață a drăgaicei, am ajuns până la acoperământul Maicii Domnului, până la moartea Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului, și din nou nașterea Maicii Domnului la Sfântă Maria Mică și urmată de această împletire între sfintele mai în vârstă și mai, întrucât au fost foarte mari aceste schimbări din perioada de toamnă și s-a făcut această împletire. Concluzie, stimată doamnă Osaci. Da, la revenirea primăverii începe aceeași nouă împletire între Dragobete, Maica Domnului, între Dragobete și Baba Dochea și fiica nora ei, care este iarăși reprezentarea unei împletiri masculină-feminină în funcție de echinocțiu și de starea luminii. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamnă Osace. Stimați colegi, dacă are cineva întrebări, уважаемые коллеги, если есть вопросы, госпожа Осаджи. Аша, după program, avem doamna Carolina Cataman, dar ea nu s-a conectat cu noi. Și nu o să reușească să conecteze, pentru că... Nu a reușit, da? Trebuia să meargă la medică. Și credea că o să reușească
Nu știu, eu cred că a contat că durează mai mult secția. Vedeți, la noi după program, după program, după timpul stabilit. Așa că, așa, domnul Sorin Grăjdar, el... Așadar, putem să așteptăm 5 minute, colegi, dacă să nu se supără colegii, poate prima dată, iacă Dorin, Sorin Grăjdar, prima dată o să faci comunicarea în fața noastră și să-l ascultăm, dacă eu vrea. Atunci a fost o problemă. Văd că m-a sunat Sorin exact acum când țineam eu comunicarea, dar acum e ocupat. Așadar, colegi, eu vă mulțumesc și ca concluzie anunț că la noi, în secția noastră, care se numea Cultură Tradițională, Sursă de Cunoștință Istorică și Identitară, au participat 11 cercetători. Vă mulțumesc pe toți. Toate comunicările au fost interesante, au trezit discuții și eu cred că ele o să fie publicate în culegere aparte. Ofer cuvântul doamnei Tatiana Zaikovska. Da, tot o să spun câteva cuvinte. În rusă ca o să înțeleg și oaspeții noștri. Несмотря на все препятствия, которые вдруг возникли у нас неожиданно, мы все-таки достойно провели заседание секции. К большому сожалению, двое наших коллег не смогли участвовать. Было очень интересно бы послушать нового нашего коллегу и госпожу Катаман. Но, к сожалению, получилось, как получилось. Нас очень выбило из колеи то, что случилось вдруг с техникой. Тем не менее, как сказал господин Думенико, нам удалось услышать очень много интересных докладов, и думаю, что в сборнике, который последует, мы увидим много подробностей, потому что мы были связаны временем. Было очень жалко резать буквально по-живому эти доклады наши, но по-другому невозможно, вы знаете. Во всяком случае, очень хочется видеть статьи, где будет более детально все это описано. И спасибо вам большое всем, кто участвовал в работе нашей секции. Avem aici prezent vice-directorul al institutului nostru, domnul Dolghi, care îi mulțumim că a organizat tehnic această conferință și dacă dorește domnul doctor Dolghi, poate. Vă mulțumim! La revedere! Спасибо большое нашим модераторам за то, что так они хорошо руководили нами. Никто не перебрал свое время за счет других. Не получилось хаоса. Успевали и вопросы задавать, и комментарии были с вашей стороны достаточно сжатые и сущностные. Поэтому, как говорится, успех нашего заседания в значительной мере обязан и вашей успешной работе. Спасибо. Спасибо, Надежда Васильевна. В дополнение к сказанному Надеждой Васильевной, я хочу поблагодарить всех участников, потому что для меня все доклады были интересные. Татьяна Викторовна, вы правы, что мы что-то пропустили, что-то ушло, но это как раз у меня вызвало желание прочитать доклады,
потому что действительно вот эти, было сказано, но мелочи оставались, потому что у нас не было времени, а в мелочах и кроются вот все эти, по крайней мере, для меня интересные семантика, символика, что от чего зависит, почему. Вот, поэтому с удовольствием прочитаем и не знаю, то ли от того, что кто-то вошел в мой компьютер или не в мой, не знаю куда, но я не заметила, как прошло наше время конференции. Значит, было интересно. Спасибо всем. Я воспользуюсь моментом, вот как раз спросить господина доктора Долго, если первая часть записалась, да, Сен-Скрис, Прима партия, к Сен-Трюктам, Аккандам, Сончан. Тому саме реєстрація. Інклюзив час розвитку регіонам тут. Паті освітаєт. А чи освітаєт? Освітаєт, так. Пінш к домнул Домініка афос приму. Приму, так. Так є реєстрація. Єсте, так? Значить, записалось. Вони соєднят, якщо що, вашу першу частину. Да. Ну, это уже не так важно, но я испугалась, думаю, господи, кто в моем компьютере? Нет, вы абсолютно ни при чем. Это никто не виноват, просто вот случилось так. Ну, не будем об этом, доклады были интересные. Еще раз убеждаемся, что нам интересно вместе собраться, поговорить, потому что у каждого есть свои детали, которые другого нацеливают на какие-то, на то, чтобы внимательно посмотреть свой материал. Спасибо большое всем.